А спонсором сегодняшнего ролика является CSGO Fast. Это один из старейших сайтов в индустрии CSGO. Огромное количество уникальных режимов, ставки на киберспорт, прямой вывод средств, а также подарки постоянным пользователям. Заходи и проверь именно свою удачу. У нас будут предметы, и каждая команда должна поставить свою цену этому предмету. Чат, соответственно, считать нельзя, и кто будет по итогу ближе, получает один балл. Потом будут минимумы. Давай сразу условимся, чтобы был промежуток между ценами, чтобы не было этого там 1001 рубль. Да, то есть вот такой хуйни, чтобы не делали, типа, он ставит 1000, а я поставлю 1001, чтобы, ну, типа, забрать все, что выше будет. То есть кто будет ближе к цене, но так, играем на дружничах без... всякого такого подстава. Да это джойнки и дружнички сейчас будет ставить 1000 рублей 32 копейки, блядь. Смотри на него, крыса, блядь, сидит, блядь, джойн, блядь, уже довольный, блядь. Рассуждайте, как вы думаете, что это, потом я вам даю детальную информацию, и вы уже можете определять. Ну, это духи, это духи. Это Пако Рабани. Пако Рабани, это хуйня стоит, блядь. Ну, выглядит дорого, блядь. Ведь эта хуйня стоит 78 евро, блядь. Все, конвертируй и считай, блядь. Не 78, дороже. Я вам этот... Не-не-не, 78. Мы играем. Да. Смотри, классификация элитная, Гвин, плюс 50 миллилитров, не забывай. Франция. Так а что 50 миллилитров, писюрик так чисто, блядь? Ну, я думаю, для мужчин. Марк, как ты думаешь? Я с Джоном в команде, да? Да. Да-да-да. Бля, Джон, мне Наташа говорила, ты вкусно пахнешь, ты должен понимать. Ебать, реально? Ебать, реально? Джон с туалета взял эту хуйню, нахуярился такой. Стой, они ошибаются, потому что по карабан стоят очень дешево, я тебе скажу. Это очень уебищные духи, да. Я бы, бля, я их в Литуале видел, они там 2-3 тысячи, 4 максимум. Я бы 1000 за них дал. Давай, Витя, мы тогда ставим 4500 ведь. А, вы другое говорили. Не, если Марк, да, если Марк сказал, что типа дешево, может 2000 тогда, Гвин? Алло, блядь, нет. Нет, слишком дешево ведь, слишком нет, дешево. Нет, смотри, 50 миллилитров это не 100 все-таки. Алло, вы другое говорили, блядь. Но это все равно, блядь, Гвин, дешево. Я в Литуале недавно покупал прям супер крутые духи, 100 миллилитров, типа 10к, прям супер крутые. Ой, я помню. А здесь, да, а здесь как бы из них, мне Марк говорит, что не крутые духи, плюс 50 миллилитров, типа 1002 может стоить вполне. Давай, давай 2500, все, последнее слово. Мы три дали, все, мы давай. 3, 2500. Но сейчас, ведь сейчас по ходу первой мысли от боженьки у меня была. Проверяй. Хорошо, на самом деле они стоят 3000. Сколько, 2 балла? Ебать! Да, 2 балла, да, точно получается. Попадание, ебать! Это 2 балла. Хорош! Ебать! Ебать! Ладно. Ты разъебал просто. Красавчик. Походу ведь не будет у нас твои 10 тысяч. Так, чарь, почему мы тоже близко были, нормально пока. Ебать, Марк. Ну ведь они 2 балла, блядь, за хуярили. Чат, кого погромче сделать, секундочку? Чат, кого погромче сделать? Да не, по карбану они просто дешевые, но все равно в парфюмах. То есть для парфюма 3000, но это типа дешево. Блять, они. Первая мысль от боженьки. Ведь я не буду. Пакет, это шоппер называется. Это что-то шоппер. Дорогое, это что-то это дорогое. Это называется шоппер. Это новый пакет Ашана. Это шоппер называется. Шоппер, это что-то блядь. Дорогое, так, Гвин. Да, это 3015 стоит. Это 1015 тысяч, блядь, это шоппер обычный, ведь 5 тысяч. Это пакет и сумма по-любому. Как обычный пакет. Это шоппер, блядь, 3000. Ну выглядит, да, это как обычный пакет. Там, а Кром, ну... а ты даешь дополнительную да, конечно, какую-то сейчас еще? Просто давай, смотрел. Изабель Морант. Изабель Морант, ребята. Блять, серебряная сумка то. Гвин, я предлагаю десятку сделать. Давай, десятку, хорошо, я тебе доверюсь, блядь, но по-моему, блядь, мы проебали. Давай, 10 тысяч. Я сегодня тебе не буду перечить. Но если мы проебем, ведь. Слушай, ну я думаю, блядь. Вот эти золотые лупы, блядь, это хуйня какая-то. Это отвлекало чисто, блядь. Слушай, это наеб, да? Да, 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 да. Бля, просто от Луи Витона видел похожие пакеты, они там по 50к стоили, но... Ты, слушай, ты знаешь Изабелл Морант вообще такой, типа, бренд? Нет, нет, ну звучит... Звучит как имя порноактрисы какой-то, я хуй знаю. Или ютуберша Моран и Баттери, блядь. Не, не, Изабелл Моран, трехцветная сумка. Ладно. Если бы это дешевое что-то, Джоин, 100%. А вопрос такой, типа, серебряные вставки, это, ну, реально серебро? Это дешево. Просто, да, типа, это, блядь, серебро дешевое, блядь. Серебро дешевое. Джоин, это пакет просто, типа, сходить молочку купить в Пятерочке. Это дешевое. Джоин, обрати внимание на слово... Витя говорит, это дешевое, хуйня, сам 10 тысяч могу. Напечатан золотой логотип, значит, он напечатан не из золота, правильно? Если он напечатан. Да-да-да, это говно какое-то, 100%. Сколько вы дали? Десятку. Да, фигню, реально. Вы чё, охуели? Это он дал. Не, они реально вас травят так, типа, да это хуйня дешевая, блядь, десятка. Не, я вообще хочу, чтобы у нас цена была больше, чем у них. Вот сейчас посмотрим. А мы можем, если они назовут, мы можем еще раз? Да, да, да. Пока не покажут, мы можем менять переплату сколько хочешь. Бля, ну я не знаю. Ну если такую хуйню реально покупают, то я могу сказать то, что эти люди долбоебы, мне кажется. Не, у каждого свои вкусы, ребята, никто не долбоеб.
Так у Рома просто три штуки такие дома хуярятся, лежат. Он такой, ну каждый свои вкусы, блядь, поймите, блядь, я, блядь. Я бы за такую хуйню даже 1005 рублей не отдал бы, блядь. Ну это ты. Сань, я бы вообще, блядь, я бы за такой 500 рублей не отдал. Заходишь, блядь, в Дикси, тебе, блядь, дают, блядь, пакетик, нахуй, тебе, блядь, лучше. Я просто этот... Даша такой хочет. Нет, просто не выражайтесь так о людях, люди хорошие. Подожди. Марк, тут написано, то, что это сумка даже, прикинь. То есть это... Так что, ребят, 10 тысяч и... А, то есть это не пакет, блядь. То есть это сумка, блядь. Слушай, может быть, тысяч 20 ебанем, да, блядь. Давай 20, давай, я 20 давай. Тоже дал. 20 тысяч? Бля, подожди, ебать, мы тогда меняем, Гин, давай 25 тогда. Да нет, да 15, сука, нет, это не будет, больше, чем... Да не будет это 20 тысяч, Витя, нет. Чувак, там сейчас будет типа 100 тысяч по-любому. Блядь. Доверь. Хорошо, блин, ты, блядь, говоришь, что мне доверяешь, это просто тебе довериться. Вот кошель, да, мы убираем. Меня? Хорошо, давай опять. Давай, 15, хорошо. Вот отвечаю, будет больше, чем у меня. 15 тысяч. Нет, не будет. Я тебе куплю такую сумку, пакет, если блядь, она будет больше стоить, Вить. Давай. Бля, давай, самое главное, давай, что вы давай рассуждаете весь раунд. Да это дешевая хуйня какая-то, потом давай. 20-25. Да заебал! Не, Ром, блядь, так мы их отвлекали, всё, мы их отвлекали. Давай. Просто. Я приебался просто к сумке. Все, даю. Если дороже 20-ки, я тебе куплю, Вить. Пакет, блядь. Гвин, я тебе соболезную. Да. Ладно, ебал. 7300. Вопросы, Витя. Три штуки из тебя теперь таких. Ваня, вопросы, блин. Я сказал 10 тысяч изначально. Что ты говоришь? Три штуки из тебя, помнишь, такие, блядь? Я 10 сказал. Три штуки из тебя такие. Да, да пошел. Три штуки насел. Бля, такая хуйня. Я надеюсь, здесь будет шарф Луи Виттон, жемчужно серый. Похуй, у нас два балла джин. Опа. О, это джамперы, джамперы ебучие. Они стоят, блядь, это хуйня, это пластик уебищный. Уебищная залупа, все, она стоит, блядь, 15 тысяч. Да, как ролики старые, блядь. Видите, все, 15 тысяч. Уебищные. Ну, я с тобой... Да, согласен, Гин, потому что они дешево выглядят, типа, пластик, все дела. А дорогие тогда сколько стоят? Ебать. Ну, ясно, подсказывают, значит, 4850, все. Не знаю, я чисто вот таких джамперов... Я знаю сейчас. Витя, до первой, Витя, до первой моей ошибки. До первой моей ошибки 4850 рублей, все. Давай это я скажу, 8500. Давай, давай. Давай. Тогда у меня 5200, все, 5200. 8500. 5200. Хорошо, 6400, последнее слово, давай. 6400 и 8500. Так вы вначале 15 говорили. Похуй. Это как так, блядь? Похуй. Первая мысль от боженьки, Гвин, забыл? Тут, блядь, лукавый, блядь, повел. А первое, ты что говорил, Гвин? 15 говорил. 15 говорил. Ну, они стоят на самом деле. А, кстати, может, вам вот это поможет? Да, очень. О, все, меняем цену. Ладно, все, давай. Гвин, они дорогие. Давай десятку, все, хорошо, десятку. Бля, ну слушай, определитесь, блядь, суки. Ну это пиздец. Не, 8500, давай, нормально. Давай. Хорошо, десятка. Давай, десятка у нас, давай, десятка. 8500 и десятка, точно? Да, да. Все. Марк, я тебе доверяю полностью, блядь. Да, Витя, не 2000 стоит. Я себе не доверяю. Витя, не 3000 стоит, Витя, блядь, себе буду. Так, все, хорошо, тогда я показываю цену. 8500 и десятка, настоящая их цена. Может, 12 поставим, блядь? О, подожди. А кто ближе? Мы ближе, 500 рублей. А, мы ближе, точно, да. Сука. Подожди, мы можем... На самом деле, Рома подсказку дал, по сути. Я по реакции Рома понял, что он слушал. Нет, я честно, я даже их цену не знал. Ну, то есть, я еще не смотрел даже. Да ладно, блядь, прыгает, сука, такой же. 1.20 метра ростом, на таких же ходят, блядь. Нахуй они вообще нужны, нахуй они нужны. Что прыгать? Высоко. Типа, ну там ты не кинчик, они такие пау, потом через забор хуярится, там спину ломают, потом, блядь, его возим, блядь. Пау, блядь. Уу, пау, крутяк. Так, окей. Бля, я когда смотрел подборку, как люди там падают с чего-то и мультяшные звуки ставят. О, так, вот умирал, это часы, смехом, блядь, я бы за них 1015. Это с Алиэкспресса, ведь, с Алиэкспресса, да, блядь, да, Олег, я бы за них 450 рублей, ведь. А я бы 1015 дал за них. Это 450 рублей. Так, Рома, а можешь посмотреть информацию, типа, название? Да, да, они работают, блядь. А я даже знаю, что это часы, скорее всего. Влагостойкие, блядь, ребята. Они, IP68, это залупа ебучая, это, блядь, не влагостойкие, это так, блядь, чтобы на них побрызгать можно видеть. Ну, 3, наверное. 2000, да? Максимум, да, 2500 даже. Джоин, вот сколько ты хочешь дать? Ребята, не благостойкие. Нахуй. Да первая моя ошибка, ведь, просто доверься. Я тебе, блядь, Гвин, типа, цену написал, озвучи ее, сейчас я подойду 10 секунд. Гвин, ты правильно сказал, куда? Что, мне кажется, за не это очень дешево. Уходит всегда, я не понимаю. Ну, я верю, Вич. Хорошо, он я скажу в самый... Я самый последний момент скажу, чтобы не поменяли цену. Так говори уже, блядь. Ну вы не меняете ты... цену. А что ты? Вы определились? Вы определились? Да не, мы поменяем в любом случае. Да, давай. Ну, блядь, это нечестно, нахуй, алё. Не, ну тут можно за тавы менять, то есть вы можете друг от друга скакать, просто по-другому это никак не реализовать. Ой, да. Это называется, ну, так, скажу. Хорошо, тактика такая, 1500, окей. Хорошо, 2000, 2300 у нас. Уёбки, блядь. Блин, слишком дорого. Ты меняй дальше, ты, Джоин, ты дальше меняй, блядь.
Нормально. Ничего менять, все, полторы без отката, блядь, на яйца. Вин, давай 500 сделаем, по-братски. Да, блядь, Вить. До ну, первой реально, моей ошибки. Мне кажется, они очень Вить, до первой моей ошибки, Вить. Сколько, дается, сколько Гвин дает? До первой ошибки. Сколько 2300 дает, 2300 дает. Ах ты уёбок, нельзя да. так. Они постоянно подстраиваются под нашу цену. Давай, давай. Дают чуть больше. Вить, блядь. До первой ну, моей ошибки, давай. Ну давай, окей, окей, без проблем, давай. Пиздец, блядь. Так что там, у вас 2300 полторы. Джоин, вы ничего тоже не меняете, да? Я... Стой, а почему их память не написана тут? Это же тоже от памяти зависит. Сколько они, 2300 дали? Да. Да. 2400, слушай, может быть, нахуй. Сделаем... Да, 2400, все. Хорошо, я не буду менять. Я стою да, на своем, нормально, блядь, я кремень. Так давай, они рублей 500 стоят, Гин, нормально все. Да, давай. Блядь, все, мы хуярим. Хорошо. Да. Блять, сука, это сами шли. Это что ж ты сказал, не менять, Джон? А я хотел сказать. Джон, Джон такой, а ты я не хочу менять, я не хочу менять. Я тебе не дал. Гин, ты наш капитан, пока ведешь нашу судьбу. Все, Джоин, блядь, уже вошел в игру. Скали, капитан, у нас демократия, у нас, блядь, воедино все, блядь. Точно демократия? Счет у нас 3-2. Ведь победа общая, это как отношение, надо работать вместе. У меня просто у кента такие, он за 2000 их на Алике брал. Это смартфотчи ебаные. Сид Корору пьет, блядь. Так, о, ребят, кстати, классная тема. А, кстати, уже прокисшая. О, это забей, это дичерис штырь. Это стоит, это... Всё, я знаю точно, я знаю точно, я такие покупал. Я пишу тебе, я пишу цену. Мне такое личку? Покупал? Нахуя да, личку написал. А я тоже, я люблю лего. Что написал? 18 см высоту будет. Вить, написал. А, не, Гвин, посмотри размер, он не супер огромный. 18 см в длину это где-то вот так, высоту точнее, и в длину Витя, типа... 18 см в длину? Витя, 47... это не огромный? 18 см, заявись! Вить, 47 сантиметров в длину. Гвин, маленький он будет, вот так. Витя, вот, да это огромный, блядь! Ты чё, блин, 18 в длину, ты ебанулся? Марк, ну ты ж не Витя, да? Ты знаешь, что такое 47 в длину? Вить, 30, наверное. Я тебе сегодня скидывал 18,5 сантиметров в лес, Витя. Не, подождите, почему меня путаете? Это не супер много. Витя, ты хочешь сказать... 47 сантиметров, это полметра, ты чё, Витя? Витя, ты хочешь сказать, что 18 сантиметров в длину, это мало? Вить, смотри, лего априори дорогое. Не, высоту. Витя, это... Блин, послушай меня, Витя, сконцентрируйся на моем голосе. Сконцентрируйся. Тихо, сконцентрируйся на голосе. Слушай меня, Витя, пожалуйста, послушай. Витя, услышь меня. Тихо, послушай. Витя, я если что про член рофлю. Да подожди, блядь, член. Смотри, высота 18, но при этом у него длина 47 сантиметров, полметра, блядь. Это, блядь, ну, Гвин, в моем понимании, прям огромный, сука, набор лего, это, блядь, нахуй, на полкомнаты. А здесь, типа, 47 см, это вот так вот, наверное, вот так вот. Я вот побуду, я тебе тогда выиграем, вообще не устроюсь, если для тебя это, блядь, не огромный, блядь, 18 сантиметров, блядь. Ну это не раздор, а у нас... У них раздор, да, у них раздор в команде. Вить, я тебе написал ВЛС цену, которую... Вить, я тебе написал ВЛС цену, блядь, ты скажи мне, ты согласен с ней или нет? Да мне похуй говорить. Потому что, слушай, я искал малому... Что ты сказал? Я сказал, мне похуй. Что ты сказал, блядь? Он сказал, ему похуй, он сказал. Они тебя провоцируют, Гин, соперники наши, не верю. Я сказал, братишка, давай, конечно. Охуеть! Короче, я бы больше взял. Я говорю, что я малому смотрел эти лего, это цена железобетон его. Прям из-за этого. Мы 30-ку Джоэном даем. 25 тысяч я даю. Все, бля, они сейчас выиграют опять. Подожди. Это лего. Да, мы можем 26 дать. И мы тоже точно выиграем. И вы будете красными банами. Может быть 24 500? Ты загуглил? Нет. Ебать. Пока не спорили. Ну, бля, нахуй я сказал, сука. Багрецкий, все, клацай, они сказали свои 30 тысяч. Все, 24 500. Да, 24 500. Все, согласен. Да иди ты нахуй, да, бля, что это за... Ну пусть, Грин, пусть. Тогда... Давай, 24 500 и 25, давай. А, хорошо, 24 200, блядь. Все, 24-200. Да, блядь, так ты думаешь, что оно дорого стоит, сейчас ты думаешь, что оно меньше. Нет, Витя, оно стоит до 25-60 фунтов. Все, хорошо, ребят. Ну нахуй. Ребят, я вас правильно понимаю. 24-500 и 24-200. Да. Да. Блядь. Я тебе говорю, 20 или 25к они стоят, типа, ну, от курса зависит. Так, какой счет? 3-3. Сука. Соло ты что, соло, блядь. О, это чё бы ты для охоты? А ну посмотри, это кожа или нет? Ну-ка нажми. Это лазер? Блять, это описание, не просто. Да. Это не просто кожа, это эластическая кожа. Бля, кожа. Марк, я к тебе в таких приду, Марк, блять. Просто они будут мне, блять, просто варки. Ой, бля, Гвин, подожди, рекованс, я недавно на Farfetch видел. Очень дорого стоит. Ты 30, наверное. Гвин, 50к стоит. Согласен. 50к, я видел рекованс. Я штаны хотел купить от рекованс. Ебанешься, блядь. А ну, Витя, давай 50к. Вот почему я тебе штаны. Витя, ты точно их видел? Нет, не эти я видел, 45. А в плане рекованс дорогая, это, дорогой дизайнер. Типа, если... Думаешь, больше? Смотри,
Да, если убил их на Farfetch, значит, это априори дорогая хуйня. Да нихера, на Farfetch, блядь. Зря я подсказку дал. На Farfetch я, типа, смотрел всякие там берут. Ну, я, например, Марк на Farfetch сейчас кроссовки себе за 8к заказал хорошие. Да, там есть недорогие вещи. Не знаю, насколько это дорого, конечно. Бля, ну... Farfetch есть дешевые вещи. Это меньше 100 евро сейчас. Ну, хорошо, Марк, давай 55 тогда. А они сколько дали? 50. Бля, эластичная кожа, рекованс, блядь. Батфорд это априори дорогая обувь, я тебе скажу. Но выглядит угарно, блядь. Вин, но мы их должны будем перебивать в идеале. Так ты не видел, как оно подлук какой-то выглядит. Не, Вить, я думаю, оно до полтинника стоит. Че? Ну, че, не решать, Джоэн? Давай, вы решайте. Ну, хорошо. Мы так часто решаем, да, полтинник. Бля, дядь, сейчас я бы за них 78-75. Ну, давай 55, да. Я 78 дал, ну да, давай 55. Так что, ребят, определяйтесь конкретно. Полтинник. Ведь первая мысль от боженьки. Ну окей, Гвин, ну мне кажется, они очень дорогие. Первая мысль от боженьки, ведь. Смотри, просто, Джоэн, тут ровно в том, что они по-любому дороже стоят, и мы можем все точно отгадать. А, ну давай, я тебе доверяю, Марк. Так, сколько хочешь? Гвин, очко ставишь, что не переобуешься? Я ставлю, а Витя не знаю. Я нет. 68. Вить, поменяй на 65. Ну, Гин, может сатен? Поменяй на 65, Витя. Сатен? Они не будут дороже 68, они не будут дороже. Ебать, тут ставки идут, блядь, от 30 тысяч до сотки уже. Кто больше даст? Я просто пытаюсь вспомнить. Скажи 65, Витя. Реально дорогой дизайн. Надо было оставить 55. 50 оставляем. Скажи 65. 65 скажи, Вить, пожалуйста, молю тебя. Нет, все, 50. Молю тебя. Все, 50 оставляем. Я очко поставил, ну скажи ты 60 тысяч, блядь. Все, 50, Рома, 50. Да скажи 65, блядь. У нас 50 или 68, погнали. Давай. 50, 68. На самом деле они стоят 110 тысяч. Я сказал, сука, сотку, Гвин! Нет, блядь, слишком дорого! Да, бля, блядь! Бля, ну 110 это дохуя, я думаю. Всё, Витя сказал, до первой ошибки. Они, короче, вроде есть еще дороже, я просто тоже видел вот такие хуйни. Ебать! Еще дороже бывают. Как за такую залупу можно отдать 110? Вить, я деньгами разживусь, куплю тебе такие, Витя. Так, ребята, чё вы расстраиваетесь? Было бы там даже 65, вы бы... Ну, раз бы Витя затопил... Так, не, я 100 хотел, я 100 хотел. Ну, ты так, знаешь, ты хотел... А чё ты на 100 не переобулся? Чё ты не переобулся на 100? Сказал, что нет, точно не надо. Я такой, ну ладно. А ты в души, блядь. Так, я люблю, когда меня душит. У них такой разлад, команда. Это холодильник для воды, как я понял. Это холодильник, да. Я думаю, хуйню стоит. Ну это электрохолодильник. Так ладно, напишу там, пускай. Просто рофл в том, что... Компрессорный автохолодильник. Автохолодильник. Да, это значит, это он вам массаж еще сделает. 1020, видите, стоит. Ты чё, дешевле, мне кажется, гораздо. Чё, да не-не-не, почему? Я думал, 15. Нет. Ну смотри, переносные холодильники, они не супер дорогие, а здесь типа он от авто вообще работает, типа в багажник сунул и всё, да? Или как? Но... Мне кажется, они супер дорогие. Ну, Витя, я хожу, типа, просто всё автомобильное, она всё уйдёт. Джон, смотри. На дохуя. Мы, кажется, с ребятами... Но фирма отдых, говно. На отдых ездили. Я, кстати, первый раз такую видел фирму. Мы покупали, короче, не электронный холодильник переносной за 10 тысяч. То есть там просто пластины, которые ты из морозилки достаешь, закидываешь за десятку, блядь. Это электронный, он пиздатый причем. Ребята, я хотел спросить, вы про фирму говорите, а вы вообще какие-то фирмы холодильников знаете? Вот такие. Я знаю... Я знаю Samsung, LG... Визит. Переносных. Кто? Переносных, Визит это презервативы. Чего, блядь? А? Визит, я, у тебя нет. Визит. Визит презервативы говорит. Не, ну Вить, ты про презервативы шаришь, я смотрю, блин. Да. Не, Вить, он думает, что. Я тебе такое могу рассказать, Джо. Ну. Подожди, хорошо, вы решили, Марк, нет? Я решил для себя с Джоном, посоветуюсь еще, конечно. Но. Брат, бля, говорю, я обычный уебищный говорю, пластиковый из хуёвого пластика за десятку брал переносной. И он не электрический был. То есть там были такие пластины, которые в морозилку кидаешь на час и их хватает на сутки. Ты, типа, ну типа ставишь. В сумку ебашишь. Да. Это десятка. Ну я думаю, слушай, я не думаю, что это стоит дороже 25, типа. Ну, в теории... Бля, ну смотри, он пиздатый, он реально пиздато выглядит, то есть там все аккуратно бутылочки стоят. Гвин, у нас пятнашка будет. И причем, да. Смотри, сверху кнопки для регулятора температуры. Я знаю цену, Витя. Я знаю цену, Витя. У нас пятнашка. Витя, я уже загуглил, знаю цену, блядь. Я знаю цену, Витя. Сколько? Блядь, ну, 20. Не, пятнашку у нас. Да ну, Витя, не может, он пятнашку стоит, ты чё, блядь? Может. Витя, он не может стоить пятнашку, блядь. Я знаю, он может пятнашка. Я эту фирму, я работал на фабрике этого завода, Дометик. Ой, блядь, Доместос, ты ёбаный, блядь. Да он не может пятнашку стоить, Витя.
Ну давайте вы... Давайте ты сказал до первой ошибки, Гвин, ты сделал первую ошибку в прошлый раз. Купишь мне такой холодильник, если он стоит больше пятнашки? Нет! Ну значит он стоит больше пятнашки, Вить! Джон, он больше двадцатки стоит, я уверен. Чё, Джон, Марк, сколько он стоит, Марк? Можно я к Марку в команду иду? Забирай Джонни. Я говорю, вы можете типа 15, типа, а мы 20, например, сказать. Да давайте, я 20. Так, давайте, да так, нет, давайте. Да Витя, ну нет, они, давайте, у нас он 15, не будет у них стоить, 20, Витя, давайте. Так дешево, Витя, он не будет стоить, ну так всё, дешево, давайте. Блядь. Давай, Гвин, давай вот так вот. Да, я теперь Ебать, я интересно наблюдать, я ошибаюсь, давай. Хорошо, давай. Хорошо. Я буду тебе припинать этот холодильник, сука, каждый всю жизнь. Бля, какой же у них разлад в команде, пизда. Все, у нас 15. Нет, у нас демократия, у нас все хорошо. У нас 25, нахуй. Ведь, ну скажи. Нет, у нас Джо, тихо, ты максимум 25 дашь, давай максимум дадим. Давай, стоит, без проблем вообще. Чё? Окончательная цена? Видишь, 25. Типа, если шаг будет, ну не такой, типа. Окончательная цена 25. Какая? 15-25. 15-25, ребят. Давай, Марк, какие? На самом деле, он стоит. Мне кажется, он тысяч 50 стоит, блядь. 58. Так, ребята. Ну, Гвин, окей, твои 20 тысяч само бы не зароляли вообще никак, нахрен. Я бы переобулся бы еще больше, бы больше, чем Марк бы сказал, блядь. Да, переобулся бы. Ты 50 БК назвал бы, да? Твоя первая ошибка, теперь это мои ошибки. Да, теперь это твои, давай. Все, давай. Давай, next, давай. Что-то много ошибок у вас, ребята. Опа. О, это мини-тема, блядь! Стой, я знаю, у Вовки есть, Витя. Цену называть старую, сколько она стоила на данный момент? Да, вопрос. Наверное, на данный момент. Типа, потому что... Да, на данный момент. Так, ну эта тема очень крутая, она не играл, там катался на лыжах. Слушай, она все равно недорогая. Это то, что у Вовки, Витя. Да. Ты понял, да, которая маленькая, которая... Да, это которая мини, это мини этот... Хуйня, это мини-хуйня. Нет, Гвин, ты типа, путаешь, что диски вставляются, это старая очень, Sony. Это, блядь, это новая тема, блядь. Это перевыпуск? Это перевыпуск, это мини, ведь у Вовки такая есть, у Васкера. А, Sony PlayStation Classic, перевыпуск. Да, это перевыпуск. У него есть, у него такая штука не было бы написано. Да что ты мне, Гвин, говоришь, ты решаешь сейчас, решай. Да, только я не могу цену. Ну, обычная плойка сколько стоит, 30-ку? Нет, она... Раньше вот это 1008-7 стоило, вот раньше, когда пиздюками типа были, сейчас хуй знает, сколько она стоит. Нет, блядь, Гвин, смотри, логика такая, обычная плойка стоит 25-30, это стоит, мне кажется, дешевле. Типа 10. Да, согласен. Мне кажется, меньше 10 дешево, мне кажется. Нет, я с тобой скажу, я хуй знает, сколько это может даже стоить, правда. Мне кажется, положить. Это даже дешевле десятки, чел. Я десятку ставлю. Ну, мы можем 8 тысяч дать, и типа это вообще заебись будет. Да. Давай. Десятка 8 и 8. 10. Да. Десятка да. и 8. Ну, точно не 8, точно не 8. Не верю. Короче, на самом деле она стоит... 6600. Блять, ну как в 21 веке? Что давай, это может давай. Стоить, блять, 6600? Как? Нахуй. Это хуйня. Это же хуй так. Это хуйня. Это сука, взята цена, когда, блядь, доллар был по 66 рублей, нахуй. Да ну, бред какой-то. Приставка это... за 6600? Она, там, типа, она, от Sony. Она не может стоить 6600. Она стоила 6600, это когда доллар был, блядь, 66 рублей, блядь. Sony PlayStation. Обман. Классик. Пишет, на Sony она вообще 2К стоит. Да, блядь. А, ну она 3000 в NVIDIA ее продают, но это с одним геймпадом. Ладно, все, идем. Так, что твоя ошибка, Гвин, Нет, это твоя ошибка, я твои 10 тысяч поставил. Я тебе даю 5-3. Я тебе даю. Нет, сейчас мою, сейчас мою. Обожаю эту тему. Кто у нас? Они первая команда, они первая команда. Ах ты уёбок. Хорошо, а что здесь делать? А тут смотрите, нужно... тут вам надо выбрать больше, больше либо меньше 365 рублей. В этом раунде вы можете за каждую позицию получить по 0,5 балла. То есть максимум тут 2,5 балла, правильно? Да. Так. 365 рублей, бля, вот. Ну слушай, макароны, я думаю, меньше. 500 грамм, ну смотри, какие-то походу итальянские, охуевшие. Бля, я хуй знает. Давай мы начнем с того, в чем мы 100% уверены. Печенье Green... А, 6-3, извиняюсь. Не, подожди, я не понял. Мы что сейчас делаем? Мы АФК. Позицию? Нет, да, мы АФК. Сейчас, это для них. Команда. А, мы АФК. Да, у нас потом будет задание для второй команды, типа, и мы будем решать, больше ли все, стоит понял. Или меньше. Джон, знаешь, слушай, как мы сделали? Марк, давай, типа, не обсуждать, а просто, типа, ну, ты уверен, да. В какой позиции, типа, ты говоришь больше и меньше, чтобы они, типа, не да, у них будут другие вообще. Обсуждения. Смотри, знаешь, как мы красиво другие? Сделаем? Смотри, первые две ты отвечаешь, вторые две я, и последнюю мы вместе, блядь, приходим к общему выводу. Да не, надо вместе, типа, обе. Я просто хуй знаю, смотри, там какое-то козье говно, блядь, 3 штуки, вторая, что это, конфеты, блядь, гринчишив. Трюфель. Ну слушай, клюква. Вот пшеничные зародыши, блядь. То есть это
типа, по идее, какие-то вообще супер элитные, блядь, макароны из пшеничных зародышей, из детей пшеницы, чувак, прикинь. Я только детей кукурузы знаю, блядь. Прикинь, блядь, это вообще пиздец. Бля, я просто не понимаю, это что там, это паста? Это итальянские? Макароны изделия морелли, перья из пшеничных зародышей. Ну это Италия, блядь. Ну хорошо, больше. Меня чекнило с Дискорда. Ты думаешь, больше? Угу. Давай больше, да. Давай я недавно фетучини за 250 рублей покупал, обычные. А это так, первый больше вы ставите, да? Да. Да. Блин, Гин, что ты мне опять член свой кидаешь? Первый у нас меньше. Ну, прочитай там ниже. Блин, 5 рублей! Второе. Блядь. Конфеты. Трюфель. Трюфель точно дороже. Трюфеля свиньи копают. С клюквы еще, да, это дороже. Дороже, я тоже согласен. Дороже? Да. Дешевле. Наебало. Это точно дороже. Это, ладно, это 100% дороже. Это 100% дороже, да. Вот это? Да, да, дороже. Дешевле. Ну тогда вот это дороже. 100%, блядь. Да, да, да. Точно дороже. Да. Остальные две дороже. А? Хороший, лучший, блядь. Так. Балзи лутали, нормально. Так, пиздатый ж фотка ведь. Какой счет? Какой счет? Сейчас счет 7-3 и вторая команда. Подожди, а что они в итоге? Они все угадали? А, нет, два только угадали. Только два угадали. Так, для следующей команды. Я надеюсь, у нас будет легче. Сейчас изи будет. Петь, а, сосиски, ты, блядь, шаришь в жрачке ведь, давай. Я шарю, конечно. Давай, так, ты хорошо. Ты соус угадываешь. Ремия веган майонезный. Я знаю, смотри, только фастфуде, блядь. Соус для веганов. Уже, это типа здоровое, ну, а-ля для дорого, вегетарианцев. Дорого, выше, дорого, дела. Дороже, да, дороже. Это майонез, что-то сразу майонезный. Дорогое. Это майонез. Сразу дороже, сразу не дороже. Не суть важно, 67% всегда. То есть обычный мазик, типа, более-менее нормальный, рублей там 100, может 150 стоить. Типа, я, а тебе... здесь еще для вегетарианцев, то есть это какая-то элитная тема для вегетарианцев. Азбука вкуса, всегда бустят, дороже. Там цену всегда бустят, дороже. Да говори уже дороже, пускай, клацай сразу. Да, дороже, бустят. Дороже, дороже. Дешевле. Ну почти, не, Гвин, почти, почти. Так, рис, ворд, райс, красный. Но честно скажу, если... А чего ты ржешь, Марк, вы две угадали сами. Бля, Вить, знаешь, какая тактика здесь есть, Вить? Гвин. Давай, Вить. Давай просто нахуй все скажем, что дешевле. Что-нибудь из этого будет дешевле. Не, давай, давай, не, давай думать. Так. Честно скажу, блядь, мы уже такую тактику использовали, блядь. Килограмм риса обычного сколько стоит? 50 рублей, 60, 70? А тут красный, типа, рис, ебать. Ну я понимаю, ну 500 грамм красного риса. Хотя, блин, красный рис, что за красный рис вообще? Вообще этот рис на опарышей похож, если честно. Да, кстати. Не, ну любая еда может дорого стоить, но просто рис, 500 грамм, 365 рублей. Честно, вот что-то мне подсказывает, что дешевле, но, типа, противовес надо говорить больше. Мне кажется, Витя, как все дешевле нахуй здесь, вообще все, блядь. Вот у меня чуечка такая. Вот согласен чуечка. С Гвином, согласен. Вот у меня чуечка такая, я не знаю, Витя, вот у меня чуечка, она меня очень редко подводит. Смотри, я считаю, что рис должен стоить дешевле, но это обманка, поэтому он стоит дороже. Давай. Что, рис? Рома, дороже. Давай так, стоп, если сейчас рис ты не угадываешь, остальное все ставим меньше. Нет, обсуждаем. Так, дайте мне марку. Так, что у нас рис? Что у нас рис? Дороже? Давай, дороже, да. Дешевле. Блять, а кто эти цены делал, бля, на 10 рублей? Вы чё, блять? На 35 рублей. Что я пока в Brawl Stars поиграю. Давай, сосиски дороже тоже. Давай, Рома, дороже. Дешевле. Мука дороже тоже, мука тоже дороже. Что случилось? Да я, блядь, думал. Мука тоже дороже. Дороже? Дешевле. Сахар тоже дороже, давай, дороже сахар. Блядь, да ну, что за наё... Да ну, Гвин, я не виноват, блядь, ты посмотри. Ебать, Гвин! Блядь, Гвин, ты бы залутал 2,5 балла, блядь. Это хуйня какая-то, блин, это наёбка. Я не хочу играть в это больше, блядь. Я не играть больше, блядь. Хорошая я не работа, хочу в это играть. Мы могли бы компектнуть, но ты пизда закопал. Да нас обманули, блядь. Ты сейчас под собой обрезал пруд, блядь, Витя. Ты сейчас нас утопил. Ты пропустил нас спасательный круг. Ой, ребята. А до скольки мы... У Вовки такой же, блядь. Бля, короче, это очень пиздато. Это порк, это борк, 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 это фенборк, это фенборк. Они по бартеру присылают, который сирокет стоит, да? Да не у братишкина, это у нашего с Витей Вовки.
А покажи, просто Аня рассказала про какой-то пиздатый борковский фен, который 40. Давай, все, ну, короче. Так, Гвин, если это Борг, то это дорого. А, это да, Дайсон. Да похуй, короче, 30 тысяч. Все, 30 тысяч, Витя, ты и так проебал все. Все, 30 тысяч. Кредит доверия исчерпан, Витя. 30 тысяч. Слушай, Марк, может 40 поставим? Давай 40, давай, я согласен с тобой абсолютно, нахуй. Давай, братишка, блядь. 35 тысяч. Так что. Похуй, 40 500. Нет, Гвин, блядь, да. Нет, ну для фену не должен фен 40, блядь. Хорошо, 38 500. Дай себе дорогая техника, но 40? Не настолько да. Же. За фен, да, 38 да. Дадим, ебать. Я хуй знаю, я не знаю, сколько эта хуйня стоит. Джон, давай сам, я. Слушай, я Марк, мы ж мужики, блядь, мы не будем откатывать свои слова. Все, 40, блядь. 40, блядь. 40 а у нас сколько, Гвин? 38 500. Хорошо, 40 500. 40 38 500. Настоящий цена это фена? 36 тысяч. Найс! Я ж говорю, бля, кстати, он не должен прям... Витя, типа... мы все равно в пизде. Ну, чё, мы нет, мораль плане, команды мы подняли, нормально. Какой он? 4-7 счет. 4-7, пиздец. А был бы? А был бы, видите, у нас уже 7-7 счет, Витя. Если бля, короче, дайте камбэк. Это надо... Блин, соберись. Вот без рофла такой пиздатый фен. Витя, по 5 тысяч нам дают за победу, бля, мы проебаем деньги. Я не верю, что по 5 тысяч дадут, обманка. О, ради спала. В смысле, я могу спустя деньги давал. Ой, мы реально, подожди, мы реально на бабки грамотно? Да, безусловно. Блядь, как вы сказали, хули я роб? Да тогда, блядь, вы сказали просто изначально. Я думал, Витя, шутка. Блядь, по 5 кусков на ебучку, ведь ебаный вот. Погнали, давай, я не всё, давай, рефлор, так, это поло. Это поло, это не знаем. Красава. Это поло. Следующий слот, блядь. Так, название. Поло, райфлорум. О, Вить, райфлорум. Стоит сколько денег, Вить? 15. Где написано? На втором мониторе у тебя, блядь. В чате. 15. Сейчас открою. 15. Блин, я забыл, Райф Лорен, я видел на Ламоде или на Фарфетче? По-моему, на... Ладно, не буду говорить. Короче, 15, пусть 15 будет. Не, мне кажется, дохуя. Не дороже 15-ки. Нет, дохуя денег ты, блядь. Джон, можешь мне еще довериться? Я тебе доверен. Просто смотри, типа, ну, я... Мы вытаскивали от Levi's Polo смотрел, они стоят примерно типа $100-200. То есть как бы, я думаю, здесь примерно... Ну, 100-200 долларов, чувак, 12-15 тысяч. Да, 100 долларов, скажем, ведь. Это сколько? Это... Ой, блядь, сейчас же доллар, пиздец. Мне кажется, Ralph Lauren, он стоит дороже, чем Calvin Klein. А Calvin Klein, типа, Polo стоили тысяч по 8, по 10. Да где, блядь, где ты их стал? В сумме, блядь? На Ламоде. На Ламоде. Не знаю где. Ну, давай... Да давай восьмерку. Ну, Гвин, смотри, я говорю пятнашку. Я говорю восьмерку. Давай, всё. Давай, хорошо, Гвин, твой последний слово. Хорошо, восьмерка и твой... И 9300. Восьмерка и 9300. Гвин, если мы сейчас проиграем, next я отвечаю, я на На самом хорошо. Деле... Эта штука стоит... 8000 рублей. Да попало сюда! Охуеть! Сюда! Ебать, ты попал, нахуй! Ебать. Вопрос еще есть ко мне. Они на пяточки наступают, блядь. Ебать, ебать, камбэк пошел просто. Хорош, бля, это хорош. Жестко, хорош. Я тебе говорю, блядь. Так, да что-то не, мы расслабились, что-то я доверился, блядь. О, нихуя. О, это умная головоломка, они мне рекламируют, их предлагали, я знаю, сколько она стоит. Да, это головоломка. Она... Это Югирс. А никому не приходили Югирс с рекламой? Нет, дай контакты. Я могу дать, если хочешь. Нет. Что это за хуйня вообще? Блять, она что здоровая она вообще или нет? Это, блядь? Короче, смотрите, нет, это хуйня, она, например, где-то вот такая, так. Это типа сейф, который работает механизм. Все, блядь, Гвин пошел нахуй выполнять контракт, блядь, рекламный, сука. Давай, Гвин. Слушай, Гвин, ты там ссылочку в чат оставь. Охуенный конструктор, сделанный из дерева. Да, алло, они не заплатили, они мне не заплатили, нет. А, хуйня вонючая, кстати, говно, конструктор. Можем скипнуть тогда нахуй. Мне не заплатили, видите. Ну, она в теории как кубик Рубик, правильно понимаю, где-то? Нет, смотри. Ты ее сначала должен склеить, собрать, а потом она механически все открывается, все эти дверки, все эти залупы, вот это все ебашится. Интересно. Есть, ну... И че, сколько тебе предлагали? Чат, если что, это не реклама, я вам клянусь. Не, это залуп ебучий, никогда ее не покупайте нахуй. Я скажу цену, после вы скажете цену. Ну смотри, это ручная работа, правильно понимаю? Да. Дерево. Нет? А, да. Это дерево, но это дерево, да. Вить, не говори ничего, просто. Ну слушай, это... Да ты уже сам нам подсказывал там. Это маленькая хуйня. Я думаю, 1004, наверное. Согласен с тобой. Смотри, Джон, если. Вот если Гвин сказал, что они сказали как реклама, обычно крупные рекламодатели, у которых ховер до хуя все стоит там по 50 тысяч, они не заходят на Twitch. Ну, типа, если это рассчитано на аудиторию Твича, да, которые да. Смогут это купить. Сейчас финансово. Ну, Ром, я написал цену. Согласен. 4 тысячи. Ой, блядь, Витя написал. Макривский. Да, я смотрю.
Все, пошли, да, чтобы да, они не переобулись. Я плюсую, я плюсую. Чтобы они не переобулись. Хорошо. Все, все готовы? Да, все, мы дали окончательный. Сколько? Все, 2500. И вы 4000, да? Да. Найс. Даже дешевле. Скика, блядь! Ну да, это я говорю, это как сувенир, типа, да, 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 так долго. Да, сувенир, ты еще там должен. Ебать, у вас собрать это. Пиздец. Ты еще должен суп сам собрать, ведь. Джон, главное это, блядь, командный дух. Командный дух не падает. Главное просто не забывать, что по 5000 дадут, блядь, видите, самое главное. Может тоже вы вас о, подожди, Николаса, это из Вальхалы? Это новая хуйня? Типа из Вальхалы? К Вальхале приурочено? Блять, тут смотря что это, типа, если это... Вальхала это Скандинавия или нет? Да, если да, это да. Заводы делают или это кастомная? Да, хуйня, врубай, врубай, покажи. Если это ручная покажи. Работа, то... О, пара-пу-пу-пу-пу, 53 тысячи. Блять, так, ну тут очень сложно, тут очень сложно, тут, очень 53 сложно, тут чисто пальцем в небо, блять. Это топор, ребята, блять. Ну, смотри, 53 товары, тысячи. Товары априори дорогие. Видите, согласен, 53? Че, я думаю. Марк, я тебе сейчас хендмейд? Давай, давай. Это хендмейд, ведь. Я написал. Опять же, видишь, мы не знаем, типа, что за дерево. Куда, там, куда, куда? Для кожа, чего это кожа, использовать, чтобы, типа, сувенир или это я, да, сувенир, сувенир, конечно. Да, 53... Давай, Джон, давай, давай так. 53 не перегнул, ты, блин? Ром, я тебе сейчас волос напишу. Ну, ведь, возможно, перегнул. Но, опять же, видишь, ручной работы, типа. А, он ваше сообщение ручной, не может быть доставлено. Я напишу. Ну я честно, я хз, сколько да. Стоит топор. Ну я думаю, долларов 700-800. Блять, не сообщение может быть доставлено. Ёбаный ЧСВ. Напишите мне, а я ему передам. Мы дали 15 тысяч. А, ну похуй, я не буду около пятнашки лицом делать. Ну, блин, смотри, они дали пятнашку, давай дадим, например, 15 500. Они пиздят, они пиздят, что пятнашку дали, они пиздят. Потому что они бы не писали бы в ЛСМ, да. А, нифига не обманывают так. Конечно, короче, я думаю, мы уважаем соперников друг друга. Ну, я думаю, ведь он стоит добавил, где-то 300, добавил. Типа, я думаю, стоит, типа, ну, где-то 700, там, 600-800 долларов. Ой, он блин. Стоит. Ну, давай, Гвин, говори, тебе ближе оружие холодного. 10 тысяч, финальный ответ. Возвращение. Вот это, то, что ты вторую цифру, ты, блядь, мне две цифры, что мне с ними сделать, блядь, умножить их, нахуй, или что? Все, понял. 10 тысяч, да. Ну давай, давай, говорю, я сказал, сказал. Гвин, вы сколько? 53 тысячи, давай. 53 тысячи и да. У Гвина 30 тысяч, на почему самом деле. 53, ой, 50? И у Джойна 30 тысяч с Марком. Это стоит 27 тысяч. Бля. Хороший. Ну да, да, переоценил, бля, переоценил. Лучший, блядь. Джойн довольно такой. Пиздос тобой. Подождите, а может быть сделаем правило, что нельзя в личку ничего друг другу писать? А чё вы начали? Не-не-не, подождите секунду, по-моему Джойн начал, нет? Нет, я начал. Не-не-не, теперь всё в ЛСе, теперь всё в ЛСе, хули, блять. Ладно, это несмотрибельно, если вы всё время всё в ЛС пишете. Не, мы можем обсуждать, но цену финальную давай тебе писать. Ну, можно так, да. О, давай. Так, а какой счёт? А, счет у нас 8-7 в пользу Марка. И с Twitch Rivals пришли бабки? Я не чекал, вроде нет. Мне даже с первой, не с мне второй тоже. Не пришли, блядь. Это нихуя. Типа AirPods, да? Да, чехол. Это прочее? А это от Gucci какой-нибудь ебучий, это, наверное, от Lamborghini. А, типа, а пусть того. Фирму покажут. Bottega Veneta. Ой, Bottega Veneta, это очень дорогая хуйня. Это дорогая хуйня. Это очень дорогая хуйня. Бей, давай 120 тысяч. Насколько дорогая? Сейчас, подожди, нет, 120 гривен это лютый перебор. 120. Это даже это дороже, чем у Вайт. Оффайтовские чехлы стоят по 8 тысяч где-то. Марк, давай двадцатку ведь. Типа... Я бы сказал... Двадцатка. Зная, насколько есть люди, так сказать, которые покупают такие дорогие шмотки, Bottega Veneta, плюс здесь по-любому настоящая кожа, бла-бла-бла, ручная работа, гвин, я бы сказал бы, ну... 20. Ну, типа, это дороже точно, чем сами AirPods стоят. 1025 минимум. 20. Давай 23, ни тебе, ни мне. Давай, 23. Все. Мы решили. Хорошо, вы. Либо я хуй даже знаю. Давай 25. Бля, просто понимаешь, чем рофл тут? Типа, ну, типа, стоит? Плюс 2, ебать. Эта хуйня может и лям стоить, блядь. Ну вот, мы будем больше, типа. Сука, на крысищах хуярят, блядь. Давай, давай, да, давай на 22, крысищах, 22. Я согласен, на крысищах. 25. Так 25 или 22? Да похуй, все равно будет. Смотри, Гвин, нам сейчас надо понять. Не, смотри, нам сейчас надо понять, дешевле это 25 или дороже. Я думаю. И тогда их либо перебить, либо оставить как есть. Я думаю, вообще это. А давай 25 ведь скажем, и все. Блять, это будет золотая середина. Так у них 25-500 тоже. Для нас. А у нас 25, хорошо, у нас 25. А 25-500. Хорошо, Гвин, давай попробуем представить, что люди ебанулись, и все-таки это стоит охереть большую бабу. Давай 30-ку.
Давай заебали. Давай 27, Вить. Сука, 27. Вить, мы все друг другу игру руиним, нахуй. Да, вы понимаете, блин, понимаете? Не, нет, сейчас такие разработчики торги, сидят торги. И тоже такие цены поднимают. Давай 27. 30. 27. Батега нет, это очень дорогая херня должна быть. 30, 30. А какая разница, 27 или 30, они же станут повысить, ладно, 30. Что и так ладно, далее. Я 30. Короче, доверюсь. Джоэн, мы мужики, у нас огромный хуй. 80 да. тысяч рублей, нахуй. Все, наша окончательная хуй. О, давай, вот так, кстати, красиво будет. Джоэн, вахуй там сидит. У нас 30. Давай. Нормально, реально. Это не стоит столько, блядь. Это ебаный чехол для AirPods, блядь. Клацай, блядь. Так, это, блядь. 80, 30, 30, 30 и 80. На самом деле, они стоят. На! Я сказал же, блядь, 28 800. Сорян, не говорил. Сорян. Его ебаный чехол для AirPods. Ну что, 28 000, да, за чехол. Пиздец, это пиздец. На это месяц жить можно, блядь. 8 800, нахуй. Хотя я себе чехол за 15 000. О, покерный набор, у меня есть такой. Кстати. Ой, я в этом черный. Вообще не шарю, блядь. У меня есть такой, только черный. Прям такой? Хороший покерный. Подожди, набор. А тут вопрос, тут сейчас не будет подвебки, типа, скажите номинал фишек всей стоимости, блядь. Нет, цена набора. Ну тогда хз. Не знаю, я не буду. Я знаю, что это за набор. Так, Рома, название покажи, пожалуйста, если можно. Покер Старс. Да, это Покер Старс. Сами покер... Бля, Покер Старс. Мне кажется, ведь тут самое дорогое, это, блядь, кейс. То нет, здесь хуйня, он из обычного пластика сделан. Короче, сразу. Скажем так, это точно не 100 тысяч, но точно и не 2. Вот так вот. Тогда давай скажем 8. Не, 8 мне кажется маловато. Я бы 12. Дал бы 15. 12. То есть это от Poker Stars, прям хороший такой 12. Покерный набор. Хотя с другой стороны, что здесь? По факту обостренный пластик и карты просто. 12 тогда. Давай десятку, давай десятку. Тогда 11. Хорошо, 11. Тихо, я сторговались. А вы? Гину, лишь бы не работал. Я 6 тысяч дадим. Да не, это дороже стоит, чем 6 тысяч. Не, братан. Чел. Ну от Покер Старса нахуй. Мне друзья дороже не дарят, он 6 тысяч стоит. Да? Да. Хорошо, я думаю, это 6 тысяч и 12? И 10. 11, 11, 11. Марк, я думаю, это 15. Нет, 11, все, давай будем мужиками оставить. Это не дороже 10, я серьезно говорю. Вот. Ну а 11? Серьезно я говорю, это не стоит дороже 10. 11 и 6 тысяч, хорошо. 7200. Хорош. Ебать, Марк, дороже подарили, друзья. Ебать, у тебя друзья, конечно, охуенно. Да нормально, Гин, 9-8, еще камбэкнем. Правильно? Вам камбэчи дохуя надо, ребята. Там в плане 9-8 уже у нас. Ну, это что, блядь? Это сок? Это носок, да. Носок на 5 пальцев. Какой фирмы, какой фирмы? Блядь, это же неудобно носок с пальцами одевать, нахуй. Блядь, я даже не ебу, не знаю, я даже не... Все, что связано со спортом, у меня аллергия, блядь. Так, сейчас, Гин, я не могу шар... смотреть, там спорт написан. Гин, я шарю в спорте, подожди, сейчас. Блядь, братан, давай, блядь, хуярь. Так, не, ребята, блядь, мы тут все, блядь, шарим в спорте. Мужская сетка, спортивные беговые носки с отдельными 5 пальцами, блядь. Мне не, кажется, ну... Витя, это какая-то хуйня, тупо попал с рынка, блядь. Просто я хуй знает. 1500. Магазин приколов, блядь. 1500. Окончательный ответ, Рома, 1500. Хорошо, ну, давай рублей 900. Витя шарит в спорте, поэтому пускай Витя хуярит. Я вон такие купил недавно. Давай 900. Ну это хуйня какая-то вообще. Ну это залупа, да. 1500 и 900, да? Да. 120 рублей. 1500, блядь. 10 таких купить ну, можно. Я блядь. Подумал по логике, что типа специальные спортивные носки могут в теории 1500 стоить. Пиздец. Я в ахуе, сколько избросил. О, это что? Газонокосилка. Это ж тачка газонокосилка, блядь. Тысяч, я думаю, 1058. Дай описание, Рома, это газонокосилка, правильно понимаю? Ну да. Бля, блин, они дорогие. 150 тысяч. Хорошо. Они газонокосилки дорогие. Давай 130 ставим. Блядь, они дорогие, пиздец. Давай 130, хорошо. 130 тысяч, все, последнее слово. Нам надо быстро заканчивать, потому что мне надо кушать. Какие нахуй 130 тысяч? Блядь, все, давай. Ты шо готов зарубить ради... Да. 130? Красиво. Я бы 150 дал. Стой на меня, Витя, готов любую хуйню зарубить ради хавки. Давай 150, да, ну да, это как... Давайте, у вас 150, у нас 130, Давай. Не, ну я знал, что дороже стоит, Гин, я знал. А чё ты тогда не сказал, блядь? Так я тебе сказал, что давай 250, ты говоришь, давай 250. Ебать, как машина, нахуй. Так а нахуй согласился тогда? Сука, ты ж капитан. Бля, у нас ты, сука, или я, ты капитан, блядь. Какой счёт, 11-8.
А там будет какой-то финальный раунд, где камбэкнуть можно? Да, да. Где вы проебете, да, да, будет. У нас сейчас финал. Да, блин, мы забираем эти деньги. У нас сейчас финал по этот по 1.5 балла. Бля, я, кстати, на финале, помнишь, что Вася затащил, блядь, когда все угадали? Сейчас камбэк, а через сколько он будет? Да, это было сильно. Через сколько он будет? Ну, через картинок 20 где-то. Так, кстати, сейчас мини-играю, блядь. Кто теперь вторая? Вторая команда. Так это изи, блядь. Ведь так, тут все дороже, блядь. Детский велик, нет, детский велик. Кто первый? Кто первый? Кто первый? А, он нет, не должен, Гвин, не должен вы... детский велик больше. А ну хотя, представляя, какой детский. Да, видишь, во-первых, ну да, неплохие шины, защита на цепь есть, блядь. Не знаю, но я не вижу. Честно, правда... я думаю, дешевле. Ну, типа, я детский думаю... велик. Смотри, нормально. Хотя, блядь, если велик за 70. Ну, мне кажется, детский, я вижу, что детский. Там клаксон такой. Смотри, Гвин, скажу тебе так, хорошие велосипеды могут и 50, и 60, и 70к стоить. Вить, я думаю, нет, я думаю, дороже стоит, Вить, дороже, думаю, стоит, честно. Ну давай, если не ошибаешься, то дальше ты тоже давай. Продолжаешь, если ошибаешься, дальше я, давай так. Так, вот, что, дороже? Дороже, да. Да, Гвин говорит, что дороже. Дороже. Хорош. Колоночка JBL дешевле стоит, я думаю. Типа, она вряд ли 13-ку стоит, это, блядь, смотри, хуйня, подсветка типа... подсветка какая-то. А это типа Ирбис, это типа Ирбис, она стоит, я думаю, ну, скажу так, что профессиональные колонки... Витя, вот это JBL, это JBL, типа... они стоят, да, 1020, а здесь... Ну, это не типа Ирбиса, да, хуйня. Да, да, дешевле, давай, дешевле, ходовое, дешевле, да, согласен. Дешевле, дешевле. Да, дешевле, дешевле. Дороже. А, блядь. Ajax, а эта система, по-моему, чего? Это защита, это защита. Нет, я думаю, дороже, защита квартиры. Я думаю, дороже, ведь. Ну, типа, нет, блядь. Дешевле, Гвин, дешевле. У меня... Хотя я не знаю, как именно вот это Ajax... А, подожди! Квартиры есть? Подожди, это же ну, этот, Витя, это же, блядь, Вилсаком, по-моему, рекламировал, поэтому дешевле, нахуй, это, блядь. Я думаю, что ебаный. Дешевле, Гвин, давай, 32к. Дешевле. Давай, хотя дешевле, подожди, дешевле. Там, блядь, стоп. У меня сколько эта хуйня-то стоила? 32к. Ну, блин, здесь такая цена, нет, давай дешевле, а? Давай дешевле, давай, давай дешевле. Вить, у тебя реальная защита квартиры? Как она работает? Ну, бля, ну типа сигнализация дефолтная более-менее. Там а где, где они стоят? Скажи, да? Главное, где они стоят? Ну, пока никто не приезжал. Код скажи, ведь код скажи, блядь, от панельки, блядь. Так, чё вы, дешевле, уверены? Вин, я тебе так скажу, здесь сейчас будет, нет, секунду, здесь сейчас будет как наёбка, знаешь, что он будет стоить, теперь либо 30, либо 33. Я думаю, он дешевле стоит, я думаю, дешевле стоит все равно. Потому что я, по-моему, рекламировал Вилсаком, он не будет другую. Ну, скажу так, что, типа, цена будет очень близко к той, что написано. Давай всё, похуй, дешевле. Хорошо, дешевле, дешевле. О. Найс. Ну не близко. Xbox, Xbox новый дороже. А, нет, это мини-залупа Xbox. Это новый мини-залупыч. Он стоит дешево, блять. Он дешевле стоит. Это же новый, это Xbox этот Slim Edition, блять, типа. Ну, урезанная хуйня. Ну, короче, давайте дешевле, потому что, да, плойсток да. Стоит хорошая. Xbox дешевле новый. Это пусть дешевле стоит. Да, да, да. Блять, что? Дороже, ребята. Блять. Ну, скрипка, скорее всего, скрипка. Блять, скрипки дорогие, пиздец. Дороже, да, дороже. Скрипка, дороже, блядь. Хотя, блядь, подожди. Опять же, мы же не знаем, что за скрипка, это что, блядь. Это не скрипка. Тромбон? Это скрипка. Это как это называется? Это скрипка. Блядь. А, да. Она маленькая, значит? Я что думал, ну, так да, же здоровая, да, да. Не-не-не. Ну пусть дороже будет, конечно. Но это супер мега там вот это. А мне кажется, музыкальное оборудование. Так, блядь, скрипки есть очень дешевые, ведь. Подожди, а название бренда есть? Это Страдивари, мужики. Страдивари, блядь, миллион. Бренда все, нет, тогда все, дешевле, давай, дороже, дешевле, давай, дешевле, давай. Дешевле, ведь. Я думаю, это подъебка на то, что ты будешь думать, блядь, типа... А, это, нет, говорят, нет. Говорят, это виолончель. Так, блядь, а нам понять, это виолончель или скрипка, блядь? Ну, это все очень важно. Виолончель, она здоровая, сука, как я сразу и подумал. Это не скрипка. Это как хуйня, уже... Гвин, блядь, размером с человека. Ну, я знаю, которая, типа... А, ну, ребята, блядь, мне давай... все спамят, что колонку дешевле. И все спамят, что колонка 12к стоит. Ну хорошо, ну, тогда я, хорошо, тогда зачитаем. Все, в счет нам. Это как Xbox давай, дешевле стоит, подожди. Не, Xbox все нормально. Виолончель это... пусть стоит дороже все-таки. Но она здоровая такая, она здоровая, это в амфитеатрах играет. Пусть дороже. Да, блядь, это точно виолончель? Ну да, блядь, по форме. Я думаю, ну я когда ее увидел, я сразу подумал, что это хуйня вот эта здоровая. Да, мне кажется, ведь она 1030 стоит, если честно. 20-30. Давай дешевле, все равно нам колонку засчитали в плюс, потому что она реально дешевле стоит. Дешевле? Ну, я просто уверен, что дороже. Да, давай дешевле, похуй. Бум! 30 тысяч! Повезло, слушай, я виолончелист, нахуй, я музыкальный, блядь, так. Человек по жизни, да, блядь. На фарте, на фарте. Два балла, ебать, или сколько? Да. А, да. Два балла, найс. А, да, ну почему давай, это давай, изи? Давайте, пацаны, у удачи такая... вам, удачи. Да в смысле, Витя, это изи, залупу. Они у вас говорили, что нет, изи. А, послушай, сразу, Джен, смотри, вот этот VR стоит дешевле, потому что это хуйня для телефона, они все дешевые. Угу. То телефон вставляется. Ну, победите, долбоёбы, блядь, там один чел написал, нахуй, вы начали спамить, давайте нахуй съебались. А сейчас углубились. Согласен. Это дешевле сразу, это для телефона хуй-то, а да, не да, дешевые. Да. Окей.
Дешевле. А первая дешевле? Компа, да. Просто да. Играем в жизнь. Сейчас не знаю. Правильно. Хорош. Вот это тромбон уже получается, правильно? Хуй знает. Это саксофон, наверное. Ну, пластиковый. Бля, труба с грибами, блядь. Подожди, а сколько было у тебя в счетчике этот Xbox? 28. Так он, блядь, 26 тысяч стоит. Это какая награда? Модель? Series X. Ой, Series S. То, что у тебя, блядь, то, что ты показал. На 26 тысяч стоит в Эльдорадо. Все, 2,5 балла, Рома, извини. 2,5 балла. Да-да-да. Она, значит, она стоит, что? Она стоит, она типа, ну, она дешевая, в этом-то и смысл. Так. Мы все угадали, извини, Рома, извини. Мы все угадали. Мы все угадали. Мы все угадали, мы лучшие. Извините. Series S? Все. Да. О, сука, она Xbox Series 50K, S. 50K, нахуй, хуй знает. Все? Значит, мы все угадали ведь в прошлом раунде? Ну да, он... Бля, да, я хуй знает, дядь, вообще, 26. Сколько эту хуйню давать. Ну все. Ребят, смотри, там золото, оно золотое. Она даже не выглядит, знаешь, как, типа, профессиональная какая-то хуйня. Я, конечно, не подстрекатель, но я, типа, смотрел они стоят пиздец всяких... дорого. Я смотрел на всяких вот этих концертах, я даже ни разу этой хуйни не видел, блядь. Это саксофон. Ну, это вот джазовый инструмент, да. Это не саксофон. Это не саксофон. А тромбон это? Не, не знаю, мне кажется, это не саксофон. Это туба? Нет, саксофон. Вон там вот да это. Да я хуй знаю, что это за. Бля, да. Давай скинем. А все духовые с сосалками, Вить. Я давай пока скипнем, да. Смотри, я знаю две вещи из этих, что есть. Смотри, прошка девятая, я смотрел, она стоила 45-46. Наушники, это Samsung, я не помню модель, я матери такие покупал для телефона, я их за 13 брал. То есть, ну, GoPro-шка дороже, дороже, наушники дороже 100%. Давай, давай, прожми пока что. Что, GoPro? Да, GoPro да. дороже, наушники дороже. Угу. 45-46! На, нахуй! Хорош. Смотри, как в цене все сошлось, ебать, как я и сказал, бля. Видите, что у тебя с лицом, Вить? Бля, слушай, я радуюсь за соперника. Да, радуюсь за соперника. Бля, Витя на фул включил. Бля, кресло хуй знает, и тромбон тоже хуй знает, дядь, вообще нахуй. Вообще, я думаю, это что тромбон дешевле. Это тромбон альт и типа тромбон альта, и как бы типа, ну они хуй вам не скажу. Дешевле, дешевле, второй дешевле, давай дешевле поставим. Давай, похуй, мы все равно впереди, блять. Так, второй дешевле? Да, да. Тут не можешь подряд 4 быть. Да как подряд дороже? Блять, я им говорю, что это дороже, нахуй, они вроде дешевле, блять. Тромбон за 50 тысяч. Да, блять, я хуй знает, я не знал. Саксофон альт, блять. Альт саксофон. Я не видел этой хуйни, блять. Или шифт, хуй. Так, ну и че кресло? Я просто пизды сказал. Марк, ты знаешь, сколько вообще в целом кресло стоит? Типа. Я знаю, у меня дети есть. Не, брат, у меня нету детей, не знаю. Это какое-то заряженное, судя по виду. Я необычно на скотчах хуярю сзади просто, блядь. Так че, ребят, нахуй хочешь кресло сказать, блядь? К сидухе, понял, блядь, и все. Бля, ну смотри. Все равно дальше переднего не вылетит, блядь. Ну это все вроде та ДТРБ, конечно. Осуждаю, блядь. Ребята, ДТРБ, шутка. Твич, если что, Твич ТВ Гвинглэй. Да, блядь, это... Это шутка GTA 5 RP. Вы чё, блядь, это... Это про мультики, это про мультики. Это про мультики, блядь, естественно, вы чё, блядь. Давайте кресло ебучее, скрыть цену, блядь. Сука, вы ебаные, осуждаете. Даже перерыв не вычистите. Давайте, цену говорите. Порвало, блядь. Да давай дешевле, смотри, тут 4 дороже, но по-любому дешевле, блядь. Ну, не ну давай, давай, давай. Нихуя дороже. Стало, блядь, ебать, дешевле, поебаш. Все, изи, давай. Блядь, 2 балла, нахуй. Так. Ковер. О, это персидский ковер ручной работы стоит 112 тысяч. Стоит сколько он? Какой счет? 112 тысяч стоит. Гвин, сразу так ебанул, блядь. А ты сейчас нахуешь, маркишский, классный, пускай они прочитают, блядь. Как ты меня назвал, маркишский? Маркиз, блядь. Хуй тебя не клацну, блядь. Да клацни, блядь, маркишский, ебаный, блядь. Полмиллиона, Гвин, мне кажется, полмиллиона. Это персидский... А, нет, залу полиэстер, блядь, он стоит, блядь, 6 тысяч, блядь. Полмиллиона. Полиэстер, ебаный. А, полиэстер. Он стоит 3 копейки, ведь. А, ну полиэстер. Элиза, когда блять, ебать. Секундочку. Он еще и не очень большой. Алло, я видел в Индии дохуя. У меня такой такая хуйня на стене висела, блядь, раньше. Кажется, это обычный бабушкин ковер, вот без шуток. Ну слушай, там написано Элиза, блядь. 11500, Рома, от нашей команды, 11500. От вашей команды это типа от тебя, да, на Гвин похуй? Нет, от нашей команды, Гвин пока там по телефону базарит нормально, 11500. Хорошо. Сейчас он придет, плюс очков будет. Тут либо больше, либо меньше. Блять. Нихуя себе.
Я не знаю, это, ну, смахи... Не, да, давай меньше, блядь, это полиэстер ёбаный, блядь. Давай, давай. Давай попытаемся в точку угадать, чтобы 2000, блядь, было. Ой, 2 балла, 2000, говорю. Ну, давай, давай 4, блядь. И я снова с вами, это стоит 3000. 250. Не, мы уже ответили. Сколько мы ответили? 1500, Макс. Вы 300 ответили. Ты что, ебанутый? Все, давай. Не, в плане 300. 11500 мы ответили, блин, с тобой. Ты что, блядь, какие 11000, давай, нахуй? Давай, все, Рома, 11500. Блядь, давай, да давай, нет, давай, не слушай его нахуй. Не слушай его нахуй, блядь. У вас сколько, Марк, у вас сколько? Сколько, Джен, 4 у нас? Не слушай его нахуй, блядь, ты что? Давайте, я жду, ответа команды, блядь, ребята. Давай 5000. Блин, поверь мне, я такой ковер вчера покупал. Вит, еще и бан, блядь, сейчас 2 балла будет, 2 балла будет. Витя, блядь, он, сука, 80 на 150 сантиметров, это, блядь, давай, Гвин, так, ноги, ты отвечаешь, блядь, как хочешь, но если будет 11500, ты даришь мне 100 сабок. Нет, ладно, не буду. Если ровно 11500, хорошо, а если нет, то ты мне даришь 100 сабок. Нет, естественно, у тебя больше шансов, блядь, на победу, у меня шанс 1 нахуй процент. Хорошо, давай, если я точно скажу цену, то ты мне 100 сабок даришь. А сколько это денег, 100 сабок? Не, я не буду 100. Это дохуя. Ну все, значит, тысяч, значит, 25 тысяч. Значит, все, слился ведь. Ну, короче, я говорю, это не 11000, ведь еще и ебабо, блядь. 11500, я говорю, Рома. Да какие 11500, ты... Определитесь, командное решение, блядь. Давайте, быстро, нахуй. Ведь давай, сколько они сказали? 5, мы сказали. Давай, блядь, 6200. Ебать, у вас сначала было 3, потом подкралось 4, а теперь 5. Все, 6200, давай. У них 5 на 6200. 5 и 6200, точно. Да. Витя. Да, похуй, но он 3000 стоит, да, блядь. Да, ладно, 6200. Он 3000 стоит, ведь запомни, блядь. Ты ответил как хотел, блядь. Я тебе дал ответить. Ты ответил как хотел. Я тебя слушаю, сам ответил. Да, Гвин, ты такого еще. Да пизду, блядь. Я все, я не хочу, блядь, играть в игру больше, блядь. Чильд, ёбаный. Ковер такой дешевый. 600 рублей. У меня скин, блядь, дороже. 15-3. Девать силу на кепку на стороне, он ее продает, блядь. Так, подождите, а фирма, это очень важно. Да вот он, я скажу больше, она из козьей шерсти сделана, она... Забальмарант. А, это флис, блядь. Окей. А мы сегодня Забальмарант уже смотрели, блядь же, помнишь? Только я забыл, что было. Пакет был, это Забальмарант. Он был дорогой, да? Да, и это... 55к. Нет. Я могу представить, что приходит какой-то мажор, такой, ну, не супер умный. А ну-ка, умножь 700 на 90, умножь, сколько это будет? Будет чат, чат, поучаствуйте в конкурсе, блин, пожалуйста, напишите вас на конкурс, поучаствуйте. Я не знаю, братан, я просто смотрю 700? На эту кепку и охуеваю. 63 тысячи это ведь. Я 55 сказал, ну давай 63, ладно. 63 тысячи, давай. Слушай. Нет, давай 55, давай 55, ну, ты ошибся, давай в прошлом, теперь я. Нет, я ошибся в прошлом, 55, блин. Да 63 ведь. Все, блин. Да, Марк, давай скажем 1020, блядь. Ладно, ладно, где Витя? 50, ладно, Вить, 50, все. Спасибо, чат, спасибо, чат, кому не сложно. Хорошо, 55. Витя, тупо вылез, да? Марк, 1020, окей? Я сейчас закрою, 55 говорю. Все, 55. Все, 20 и 55 получилось. Да, 20 и 55. Бля, там сумка 28 стоила, вот 20 в ричке. Если даже проебем, вообще не обидно сейчас будет, вообще похуй. Хорошо, 20. Вообще похуй, на присморали, блин. Хорош, Джоэм просто лучший игрок. Ебем, блядь! Как обосранная кепка может стоить дешевле, чем пакет обосранный? Обосранная в прямом смысле, блядь. Эй, а мы счет, Ром? А это уже, 10,5. На самом деле, Гвин руинит. Нет, там сейчас можно камбэч, потому что... 63. Там перед финалом будет раунд по одному баллу, а финал будет по 1,5 балла, так что можно... У нас вообще есть в теории шанс? Да, да, конечно, финал же 6 баллов дает, если вы все угадываете, там спокойно 6 баллов дает. Какой счет у нас сейчас? 15-10,5. Охуеть! 15-10, надо, нельзя ошибаться. Ой, блядь, это же МКС, блядь. А что нужно сказать нам? Все, ну МКС, блядь. В долларах, наверное, да? Нет, ну, да. В рублях. Реально в рублях? Да, да. Так, блядь, а калькулятор можно, калькулятором, да, можно пользоваться? Можно. Да. Калькулятором, я думаю, да. Только не гуглом. Не, калькулятор на телефоне. Пацаны, я не знаю, что это за цифра. Я у чат спрошу, такой в чат не смотрите. Чат, сейчас вот это. Сейчас я скажу, подожди. Международная станция. А сколько в миллиардах, блядь, ноликов? 9. Ну это миллиарды стоит, 100%. Чат, это чё? Чат, это чё? Мне напишите в чате просто. Что это такое, блядь? Это МКС, блядь. Не-не-не, я цены им написал, вы только не смотрите. У меня... У меня... Еще раз говорю, у меня, блядь, максимум, блядь, 100 миллионов, не, блядь, подожди, давай так, Ром, брат, ты посчитай количество нулей, да, я посчитаю. И мы, блядь, например, скажем количество нулей, мы скажем количество нулей.
15. Не, вы скажите сумму, чтобы был сумму. Число больше по месяца. Так, 100 умножить на 65, блядь. Подожди, блядь, я в ноликах потерялся, ёбаный в рот, блядь. А я не знаю, даже такие цифры, блядь. Блядь, короче, я... Чё давайте идет... просто по количеству нулей скажу, давай. Давай. Ща, подожди. Это... Чё идёт 7... после миллиарда, 720... Триллиард. 3 нуля, 3 нуля, 3 нуля, 3 нуля. Можно, можно я Джоэн скажу сумму? А вообще тут Джоэн спрашиваешь, блядь? Я Джоэн спросил. Да. Охуеть. Рома, Рома, слушай. Так уж и быть, ладно, говори, блядь. Сейчас, подожди, а я не ошибся? Блядь, сейчас еще раз пересчитаю. Витя за нашу команду отвечает. Это 1500, это 15150, 1 500 000. 15 миллионов, 150 миллионов. Это миллиард получается, умножить на так вот. Все, я говорю, смотри, Ром. Да. По цифрам. 112, 500 и 6 нулей. И они же такие, 112, 500, 001, блядь. Нет, нет. Знаешь, что наш ответ, Ром? 112, подожди. 500 и 6 нулей, бля. Подожди. Сейчас. Они мало, может, да, еще 0 добавить. 112, еще раз. Не, харе, блядь. Там уже, блядь, еще 112, 500 и 6 нулей. Марк. Это получается, да, ну, 112, да, миллиардов рублей, правильно? Хорошо. У нас, да, 112 у нас, стой, рублей, у нас, наверное, у нас Джоэн конструировал эту хуйню, сейчас, он сейчас скажет. 112 миллиардов. Подожди, я еще... Блядь, Джоэн, блядь, Лего собрать не может, ты говоришь, что, блядь, МХС. Поэтому она и упала. Ты что, дурак, она вылетает еще. Короче... Это ж фотошоп. Короче... Может, не существует, да, Марк? Алло. Да-да-да. Че? 1000 триллионов рублей. Чего? Ты в чат зашел? По цифрам. Говори. Алло. Да, говори. 1000 триллионов? Не, ну это блядь. Диктуй цифры. Да блядь, я проебался, подожди. Подожди, сейчас. Да просто продиктуйте. Ну, подожди, миллиард это сколько нулей? Да просто подскажи по три цифры, блядь, по три цифры говори, все. Сейчас, подожди. У меня в чате чел пишет, кто это сфоткал. Шах и мат, блядь. Все, я посчитал. Давай. 13 и 9 нулей. 13 и 9 нулей, да. Откуда у тебя такие цифры, мне интересно просто. Ладно, а как ты, блядь, на вертикали, блядь, столько нулей сделал, блядь? 13 миллиардов ты всего лишь назвал. Покажи Джоэн, блядь. Ну ты назвал 112,5 миллиардов. Покажи Джоэн, блядь. Да, покажи Джоэн. Все, блядь, все, засчитываю вариант, все засчитываю. Стой, подожди. Он ошибся. Все, все, Джоэн ошибся, вы выиграли. Да, ребята, погодите, что это такое, блядь? Что это, блядь? Ты дурак, доллар, доллар 72 стоит. Джоэн, я три. Джоэн. Сколько? 72 здесь доллар стоит. Или 74 даже, блядь. Да не ебу, блядь, это не сложные цифры, блядь. Да похуй, принимаю, принимаю. Короче, короче, смотрите, смотрите, ребят, давай, давай проще, давай проще. Отдайте нам просто балл, вы все равно впереди, блядь. Погодите, пойдем, все, стоп, next. Я засчитываю ваши баллы. У Вити 112,5 миллиардов, у Джоина 13 миллиардов. Правильно? Да. Ну, если это стоит, да, 13, да, миллиардов, я охерею, это же мало. Ребят. Идеально сказал! Дай два балла, блядь! Дай два балла! Это 11... Два балла! Да дай два балла! За что, блядь? Так он 300 миллионов ошибся всего. Там 11 триллионов, блядь, ребята. Ну, мы ближе, мы ближе. Стой, мы же ближе. В смысле, нет? Мы ближе. Не, мы больше дали, мы больше дали. Да, не дали 100. Мы дали 13 миллиардов, мы дали 112. Тут больше число раз в 100, алло. Они у нас больше, чем вас, нулей. Нет, меньше нас. У вас нулей меньше. Они дали 112,5 миллиардов. А вы 13. А, я на 3 нуля ошибся, блядь, всего-то. Хуйня, блядь. Дай 2 балла, блядь, мы ближе, блядь. Да пососи хуй, блядь, за что тебе 2 балла, блядь? А не, Гин, я подумал, что я угадал. А, ну раз так, то плюс 2. А я просто не так прочитал 0. Я подумал, что я гений, ну ладно, я тупой. Да, в пизду, убирай эту хуйню, блядь. 1 балл, нормально, 1 балл. О, это. А, доска Луиджи, доска Луиджи. Это доска этой, блядь, Луиджи, нахуй. Это стоит за лупу, блядь. Это настоящая? А ну посмотри, это типа ручной работы, блядь. А, забей, она 2500 стоит. Темная. Я думаю, эту залупу никто дорого не покупает. 2500, все. Давай. В плане экстрасенсы покупают. Бить, я покупаю дети, чтобы, блядь, потруситься. Марк. Никто, я не двигаю, я тоже не двигаю. Что происходит? Давай 2000 дадим. Давай.
На Озоне я 2500. Видел, 2000 наш ответ. Давай, давай, так, 2000. Секунду, я ваш, я а еще дешевле, чат, думаешь, правил? Не может стоить гин, косарь, типа? Там, может. Ну ладно, 2500, давай ставим 2500. Мне кажется, просто на спиритической залупе ценники задирают, типа, особенно... Ну люди, да, все, у них 2000, у нас 2500, правильно? Да, все, давай. 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 1600. Бля, лицо Вити, это пиздец. Ебать, ты прикинь, они угадывают такие умные вопросы с МКС. У нас чисто на рандоме хуярим, блядь. Бля, я один, когда смотрю на Вити, вот этого микрофона, у меня ощущение, что у него постоянно пятно на футболке какое-то. А, блядь, а я думал, ты пятно есть. Я футболку два раза в день стираю, какое пятно, ты шо? А, ебать, реально, я тоже думал пятно. Бля, ну пора менять футболку, я понял. Это гриль, дорогой, пиздец. Короче, Вить, ты по грилям шаришь, давай. Да, у меня 10 грилей, он на даче стоит. Бля, ты Килли же точно такой же гриль подарил, и это жена его, Маша, блядь. Я его как раз сказал. Ты сказал, это жена его, Маша, блядь. Машенька, блядь. Так, Рома, а фирма. Масспорт. Масспорт. Газовий. Газовий. А при чем тут спорт, если жарко, блядь? Газовий. Гриля, блядь. Джоэн, я сейчас постараюсь точно ответить. Я смотрел влог с этой грильницей ебаной. Если это газовый гриль, то значит тут гривнах цена, походу, будет. Марк, напиши, Роме, если ты точно знаешь. Не надо, блядь, озвучу. Да все, в пизду, блядь, мы все равно проебали, ведь все, медиа. Не, да Гвин, блин, я камбэкну, ты как хочешь. Хорошо. Давай, я просто 5000 заберу, если ты камбэкнешь, блядь, и все. Не, ну так... камбэкнуть можно. А вот если бы. А если бы вот тогда бы ты меня послушал, когда мы тебя забрали. Вы же раз камбэкали уже. Камбэкали, блядь, вай слово. Благодаря мне. 150 я отвечу, 150. Ром. Да. 60 500 рублей. 60 500 рублей и Витя 150? Давай 100, давай тогда 100. Ну, типа, я считаю, что больше, чем у него, но чтобы, если, например, будет 90, чтобы все равно мы выиграли. Потому что если будет 150 и 90, то они все равно ближе будут. Гений. Правильно? Поэтому 100. Ну я считаю, что больше, но 100. 100 будет логичнее ответить. Хорошо. Давай. Но это честно, я вас не сильно перебил. Ну да, хорош. Гвин, закрой глаза. Бля, ну она дороже стоит, потому что я ее. Можно выиграл. Открывать? Да. Да. А Гвин, а что ты даже вообще свой вариант не сказал? Ты сказал, что вообще, чтобы я сам решал. Да? Марк! Гвин, ты остался в прошлом раунде. Хорош! Так и было. Командная работа, блядь. А хуй знает, дай описание, что это. Все, ребят, вообще? Штучек 10 осталось. А, это Монклир, ебать. Или чуть побольше. 3, 4, 5, 6, 7, Монклер. 8, 9. 11 до финала. Но это дорогая залупа, наверное. Я не знаю, дядь, отвечай. Монклер. Это какая-то гоночная залупа, блядь. 23 000. 35. 23. Макевский, принимай, чей хочешь ответ, 23. Блядь. Да, блядь, заебали определить. Я средний. Дешево, 23. Вы можете, блядь, вместе, типа, дали? Будем Гвин, это Монклер, даже название дорогое, Монклер. Мне кажется, Гвин в тильте. 23. Блин, Гвин, сколько правильных ответов Гвин, за всю игру дал? Ебани... Я камбэчил! 23 тысячи, послушай меня сюда. Гвин, 23 000, просто хорошо, послушай 23 000. И сделай 23 тысячи. Гвин, ебани очень много, Гвин, ебани очень много, а ЧБ очень мало, и среднее вычитаем и... Вдруг прокатит. Ты что, бля, арифметик до хуя, блядь? 23 тысячи, все, давай, блядь. Хорошо, Гвин говорит 23, я говорю 35, давай 27. Да, блядь, пиздец. Сколько? Хорошо, 23, все, я согласен, 23, давай. Все, 23, давай, 23, 23, да, 23, давай. 20. Марк, вы? 30. Я согласен с своим чудо-тиммейтом, он сейчас... Они могут просто АФК сидеть, блядь, и выигрывать просто, блядь. Они могут вообще не говорить, блядь, ничего. 35, Гвин, 35, отвечаю. Вы очень напряжены, мужики, расслабьтесь. 23, давай, все. 23-30. Гвин, отвечаю 35. Вот прям мы 2 балла сейчас зафармим, 35. Ну да, давай, блядь. Не, 23. Давай, Гришка, клацай кнопку. Так, блядь. Я не могу от вас ответа услышать. 23-30. У них 30, у нас 23, блядь. У вас Витя говорит 35. Я да жду. Не слушай 23, его, 23. Я согласился, 23. Ну, блядь, ребят. Витя надо слушать было. Гвин! Какие же вы хуёвые! Какие же мы охуенно! Гвин, потому что вначале надо было выбрать одного человека, кто бы всегда решал. Так получается, я, когда ты ошибаешься, я правильно говорю и наоборот. Так у нас бы больше правильных ответов. А у нас такого нет, у нас идиллия, блядь. Пиздуй, я ебал. Блядь. Да. У меня такая же есть! Так, давай, Гвин, отвечай. Блядь. Слушай, сколько, ну... 47? Нет, она, блядь, она недорогая, она у меня ванная. Это дешево, это обычный триммер, блядь. Я не знаю, мне кажется, она 1011 стоит.
Я хотел 11 сказать тоже. Все. 7800. Синергия. Да ладно. 7800. Да, я 11 хотел сказать. Да я бы даже 1005 дал. Ну давай 7800 пусть будет. Хотя подожди. Витя, произошла синергия, не отказывайся от этого. Витя, это Филипс ебучий, блядь. Не, ну Филипс, она... Понимаешь, тоже... Подожди, Рома, нажми модель четкую, модель. Я модель, я по моделях шарю. Series 1000. Охуенная модель. Не, ну Филипс, типа, понимаешь, хороший электробритв, она может дорого стоить. Ну хорошо, не ладно, давай 11-11, все. Ну, блядь, пришла синергия ведь, поехали. Да, давай 11-11. А вы, ребята... 7 тысяч, сколько, 7 даем же, да, или сколько там? 7-800. 7-800. That's what I сказал. Бля, мужики, чё с вами, нахуй? Я тоже хотел 11 сказать, блядь. Ну сказали, зато вместе, Вич. Зато вместе. Слушай, а если приплюсовать, там 11 будет. О, нихуя. Это прям на ней бегать. Это на ней бегать, блядь. Это ручной батут, блядь. Это велосипед, блядь. Бля, я не знаю уже, в пизду, уже не, мы не, уже никак не выиграем, блядь. Да выиграем, вы чё, ну, 19 и 11,5. Да можно выиграть всего 8,5 баллов. Что это такое, блядь? Вот 5 тысяч, пускай они говорят. Марк, хорошо, Марк. Да, давай, давай. 1015. Хорошо, 5 тысяч. Нихуя, давай 15, похуй. У нас 5. Хорошо, 5 тысяч. Пусть они из тильта выйдут. Оставляем 5. Да нет, хуйня 2500 где-то стоит, мне кажется. Ну, похуй, пусть 15 будет, давай. Если на 15 будет, я пизду, я не буду играть. Сейчас, если на 15 будет стоить, блядь. Витя, хорош, я не хочу это я играть. Я на рандом, я башу цифры из башки, блядь. Я просто первую попавшуюся цифру из башки ебашу, и оно угадывается. Так, ребят, наверное, сейчас время комбэчить, потому что каждое здание по одному баллу тут дает. И можно заработать целых 5 баллов. Сейчас комбэкнем, сейчас комбэкнем. Как мы комбэкнем? У нас 10 баллов, блядь. Сейчас они обосрутся 5 раз, а мы 5 раз выиграем. Вить. Скажите, что все не соответствует. По одному баллу за каждое правило. Марк, братишка, что ты знаешь из этого? Я, скорее всего, знаю, сколько стоят коньки, потому что у меня было дохуя коньков, я хорошо катаюсь. Футбольные перчатки могу плюс-минус предположить, больше ничего не знаю. Очки 100% меньше, потому что я записался на плавание, и я покупал очки за 700 рублей, блядь, они очень похожи с ними. Хорошо, это, ребята, это, ну, вы поняли, соответствует или не соответствует цена? Ну смотри, рофл в том, Джоэн, что это могут быть овер какие-то профессиональные очки, я хуй знает. Но очки не могут, в теории могут столько дешево стоить, но я не думаю, что они такие дорогие. Марк, брат, я тебе полностью доверяю. А ты, стой, ты что знаешь? Я ничего не знаю. Давай ты три, а дальше на рандом. Короче, коньки дешевле, Ром? Ты чувствуешь, как уплывают наши 5000? Коньки дешевле? Это не дешевле, это стоит или не стоит? Они не стоят 10 тысяч, они не стоят 10 тысяч. Не стоит 10 тысяч, да? Не стоит. Перчатки футбольные, бля, ну если ты... Ну бля, могут, это, да? Это Пума профессиональный, как я понял, для футбола, блядь, там, для ёбных футболистов. Я хуй знает. Но у них рисунок пиздатый, я вижу. Не знаю, это Пума? Ребят. Это да, Пума? Это Пума, это Пума. Ну Пума дешевый бренд, вроде. Давай тогда... Давай нет, похуй, пусть нет. Кто носит фирму Puma, тот пукает без шума. А! Ой, бля, извиняюсь. Может, так, заранее... Так, я на гугле. Так, а что там было? Блядь, вернитесь. Так. Бля, я не успел посмотреть, что там было. Так, стоит. Похуй вообще, вообще поебать. Nice. Что это треники? Давай по очереди еще Гвин Джойн, сори, оставшийся. Вот, Марк хочет со мной играть. Меня, Марк, возьми в команду, Марк. Гвин, ты сам ко мне, бля, попросился. Сказал, да. Это была ошибка, Витя. Это была ошибка. Давай по очереди просто. Ага. Это что такое, Ром? Это просто какие-то тренинги для футбола тоже или что? Ну это да, такое? Шорты, блядь. Детские даже шорты. С какими-то чехлами, блядь, для ног. Нет, не стоит столько, не стоит. Не стоит? Да. Стоит. Заебись, отвечай, Джон. Отлично. Да что, отлично, ведь у них 100 баллов, блядь. Шанс есть, Гин. Да нет, только если мы все подряд, все угадали. Я сделаю все подряд. Ведь ты в прошлый раз проебал все, блядь. Я сделаю все. Это Джорданы, это Air Jordan, видишь? Нет, тогда не стоит. Это один носок, блядь. Так, не стоит. Стоит это или не носок, нет? Это... Не стоит, он говорит. А что он один, блядь? Не стоит. Стоит. Да. Я говорю, один. Air Jordan, потому что он один, блядь. Так, давайте очки, ну, сейчас точно получится.
Че там за фирма? Орена, блядь. Уретрона. А где ты там фирму увидел, блядь? Вон справа под очком маленький. Да у него зрение. Нихуя, это вообще... арена, арена. Арена мытища. Не, не стоит. Пизду, не стоит. Я не верю, что 3500 стоит. Стоит. Я, nice! Я ходил на плавание, там блядь. Очки пиздец сколько так, стоят. Так, пацаны, извините, что я так радуюсь проигрышу соперников, но просто у нас соперничество. Так. Так, давай, Арен. Марк, скажи честно, если мы сейчас будем проигрывать, вы обрадуетесь или расстроитесь? Нам вообще похуй, мы богатые. Нам вообще люди. Похуй, мы начилим, блядь. Так, ну давайте, ну, вот, ребят, 5 да, можно ебануть. Бороться. Вин, сразу скажу, что бутсы и хуйня для... Вин, можно, можно я сам? Глин уволен. Глин уволен. Я нахуй встану и уйду просто. Я без штанов сразу говорю, бля, Ром. Смотри, Глин, хорошо, давай анализировать. Это щитки. Я не знаю, насколько они профессиональные, но щитки не очень дорого стоят. Не очень дорого. Но 3000 тоже это не супер дорого. Щитки, это футбольные щитки. Футбольные. Какая фирма? Суп... Как ну, фирма какая-то без... неизвестна. Это Супра... Супра... Это граф. Супра Раф. Это граф. Ты даже им подсказываешь, брат. Нихуя себе. Я... Мне все равно это ни о чем не говорит, на самом деле. А это два разных щитка, по-моему, нет? Мне кажется, они не, стоят, ведь. Не знаю. 3000. Ну смотри, стоят. В принципе, нормальные щитки 3000 я могут стоить. Я тебе больше скажу. Я считаю, что здесь все столько стоит. Давай, 3000, я согласен, могут щитки, нормальные щитки, 3000 могут стоить. Эти нормально выглядят. Хорошо, блин, я засчитываю тогда. Правильно. Ну, все, все стоит! Витя, все стоит, Витя, все столько стоит. Витя, пожалуйста, послушай, все столько стоит. Сейчас, секунду, Витя. Бутсы 13 тысяч. Все столько стоит! Да, да, бутсы, хорошо, да, Рома, все столько да, стоит. Да, Рома, да, 13 тысяч, я согласен. Что бутсы должны. Ну сколько? Ну, ну да, должны 13. Могут стоить спокойно. Хотя... Хороший бутс. Хорош. Это для бокса, это для бокса, для бокса, для бокса. Выглядят они охуенно, но выглядят ли они на 20 тысяч? Все столько стоит, Витя, все столько стоит, Витя. Все столько стоит, Витя. Не знаю, Глин, может вот эти ботинки все-таки поменьше они стоят? Ну но для бокса типа 25к. Давай, давай скипнем их пока, подожди. Вот затычка да, для носа скипнем, для плавания. Хорошо. Затычка для носа для плавания, зажим. 100 рублей, мне кажется, он дороже стоит, если честно. Ну, слушай, это обычный обоссанный пластик. Он но... может стоить 100 рублей спокойно. Ты вот там... в Турции вышел, не знаю, купил этот зажим за доллар. Ну мне так кажется. Там, я думаю, мне кажется, тоже все типа со спорта, блядь, нет? Угу. Связано. Это, скорее всего, плавательная какая-то хуйня, типа, ну, нужная. Ну, если мы... Ну, да, ладно, 2 не будет стоить, да, 100 рублей, наверное, слишком дешево, если да, мы говорим да, про, да. Прям, про нормальную штуку. Ну, мы не знаем, знаешь, марку. Не, да, 2 не стоит. Стоит, не стоит 100 рублей. О! Да, отлично, так, это 3 балла уже. Смотри, ведь повязка, а вот хуй знает. Это быстро. Слушай, нормально, косарь, нормально, косарь. Ну, давай, обычно, да, обычная синтетическая повязка. Значит, стоит, раз увело, значит, да, нормально, 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 косарь стоит. Да. А может быть дороже он стоит? Подожди, ведь. Блять, поздно. А, ну, нормально, все, нормально, нормально, нормально. Сука. Нормально. Все. И ботинки тоже стоят, похуй. Стоит, стоит. Похуй, похуй, похуй. Все стоит, все стоит. Ведь все. Ну я считаю, мысль по... Не слушай. Ну вообще Рома. Выглядят они супер. Да все, да давай. На 25 тысяч они выглядят. Я сказал в начале игры, что все стоит, сколько стоит. Хорошо, давай, Ром. Пусть будет. Так, все, тут не все стоит, сколько стоит, Глин. Похуй, да. Стоит, сколько стоит. Давай, похуй. Так, я бы ответил бы. Нет. Мне кажется, Глин, дороже, мне кажется, дороже. А. Точнее, блядь, у меня запутался промо, сука. Мне кажется, промо 1040 стоит. Ну ты ж, они, смотри, они типа профессиональные для бокса, блядь, плюс охуенно запутался. Выглядят. Не, мне кажется, тут скорее всего оно стоит сколько стоит, где доспеть. Давай, давай нет, давай нет, перебор. Давай нет, Глин, давай нет, давай нет. Ну похуй, давай нет. Ну мне кажется, давай нет, стоит. Давай, давай, давай нет. Нет. Давай, Рома, нет, давай, Рома, давай нет. Хорошо, ну, я да. Вам даю нет. Да, ну я правда думал, они дороже стоят. Я тоже думал, бля, что они стоят. Ну ладно, нормально, так, какой счет? 5 баллов, 5 баллов. 21, 16,5. Да, бля, ну сынок, конечно. Это что такое? Это термос с датчиком температуры внутри, бля, говна. Эта хуйня стоит, блядь, 1002, блядь. Говно. 2500, 2500, да, 2500, 2500. Ну мы шатали экспресс. Хорошо, давай. Открою. Куман. Куман. Да, 12, ты, блин, 2500. Бля, что вы так 500. Недооцениваете? Понижаем на 500. А вы знаете... Это Алиэкспресс, а вы знаете 1000 этого? Рублей. Да не, слышь, это 1800, мне кажется, стоит. Да, давай 1800 хотя бы. Давай 1800. Так, все, мы близки, давай, на раш, на раш. 1800, а вы сколько? 2500. 2500, 2500. 1100. Ну, блядь, тут странная хуйта, я покупал, блядь, термос, типа, васкеру на днюху, там термосы по 1500 стоили обычные, блядь, здесь какой-то LED-экран. Да это хуйня, Салика.
Да. Блядь, сказали бы сразу. Да, там даже не работает этот, наверное, нормально, блядь. Он рандомно показывает. Сука, достал, блядь, чай там 3 градуса просто. Так. Сейчас сломается, блядь. О, ебать, я себе такой хочу. Это дорогая хуйня. Хочу себе такой. Это Версаче. Это Версаче, да. У меня такой халат. Сейчас я скажу, Гин, сейчас Марк, я скажу. Ты, ебать, я прям такой же себе хочу, охуеть. Ведь сейчас скажу точную цену на... Дорогой хуйня стать, шаришь, говорю. Сейчас скажу точную цену. Что такое жаккардовый хлопок, блядь? Можно загуглить, что такое жаккардовый хлопок, пожалуйста? Ну давай, только не... Только загугли не Versace халат I love barbecue из... Как там это, блядь? Че, ребят, что думаете? Сейчас не 35, блин, 35. Да, мне кажется, блядь, не, нихуя, что он слишком богато выглядит. 35 тысяч, сколько это? Дешевле, думаешь, дороже, да? Да хуй знает. Ну, я сужу, потому сколько у него стоит рубашка. Вы ответили, у меня есть ответ. Давай, 35 тысяч, давай. Хорошо. Джоэн? Джоэн, давай 33. Нет, дядя, он не стоит столько дорого. Ну, слушай, это Versace. Братан, у Versace охуенные кроссы за 55 стоят, как у LG, такие пиздатые, я смотрел в ЦУМе. Давай 50, пожалуйста. Не, дядь, Чё? А сколько они сказали? 35. Я бы 30-32-33 дал, вот так. Нет, это точно больше, чем... Это точно больше, чем 40. Всё, пошёл разлад в команде. Не разлад, но мне кажется, больше, чем 40 даже. Бля... Джоэн, я думаю, что надо слушать своего капитана Марка. Чат, поучаствуйте в конкурсе. Так у нас нет капитана, блядь. Воскресательный знак конкурса. Да, мы вместе. Пожалуйста. Я конфликт скину. Это безвластие, ведь. Это плохо. Смотри, Джон, только не впадай в тильт, если это примерно 30-ку будет стоить. Ладно, у нас мы не можем мораль команды проебать. Давай, ну 40 давай отвечаем. Давай 40, пусть 40. 40 и 35, да? Да. 30. Блядь. Ебать, Марк говорит, не впадай в тильт, если оно 30-ку стоит. Я такой смотрю, ебать, 30-ка. Ну, блять, он так охуенно выглядит, пиздец, блять. Ну, пизда, ты базар. Да, я бы хотел бы такой рублей за 1000, блять, выходил бы в нем бы. Я видел просто меховые, блять, какие-то футболки за 50 в сумме. 30-ка, мне 30-ка. Я только вижу тут 30-ка. Отрыв 4,5. Ну, шанс есть, да, еще? Конечно. Конечно. Так, отвечаем только правильно. Это для альпинизма. Это, блядь, ледоходы, блядь, кошка, блядь, лебучая. Это для этих, для альпинистов ебаных, блядь. Классно, это клацай. Дорого стоит, это дорого стоит. А мне кажется, блядь, ну... 1008, наверное, гейм, блядь. Кошки для альпинизма. Я не знаю, сколько, блядь. Нет, блядь, собаки. Я занимался, блядь. 1008, да, Марк? Котопсы. Не, братан, ты чуть подорожнее. Я бы 1020 дал. Ну, все снаряжение, оно дорогое. Ведь давай 12-ку, ведь. Давай 15. 20, они, 20. Если они 20 дают, давай 15. Давай, если давай. Они говорят 20. Давай. Джин, я просто 20? Думаю, что это дороже. Да, давай. 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 15. У нас 15. Да. У вас 15, а у вас, Марк? 20. 15 и 20. Ну, что, слишком дорого, по-моему, не? Не, нормально. 21. Блядь, почему блядь, тысячу, нахуй, 2 балла странно, было? Странно, странно. Ебать, ну тоже, вот хуй знает, типа, это в любом случае значит по-любому нет. Какие-то хорошие эти штуки. Ой, ну, то есть, типа, есть дешевле, 100%. Можно секунду я вебки расставлю, что-то я забыл с того раунда? Это фейк аквариум, надо оценить. Не знаю, я вообще... А это, подожди, это гроб? Это гроб или аквариум? Я не знаю, блядь. А кто выключил камеру? Нажми. А кто выключил? У кого-то камера выключилась. Марк. Помню цену именно вот в ПСке 4400. Это диск, блядь. Это ну не ну типа не. Но диск особо не прям супер отличается. Давай собрать обычное издание. Давай, давай, 4999, давай. 4499. Да 4999, видите. Я тебе точно цену, блядь, говорю, 4499. Я тебе точно цену говорю. Сейчас 2 балла залутаем, погоди. Хорошо, Гин, давай. Давай. Сколько вы дали? 4999. 4899. 4499, правильно. Вы заебали, блядь, определитесь нахуй. Давай, нет, давай мой. 899. Хорошо, вариант Гин. 4999. А, ну ладно, мы хотя бы загуглю, нахуй. Я ж тебе говорю, они будут дороже стоить игры. Вообще, честно скажу, ровно 6 тысяч цена не может быть. Не может быть ровно 6 тысяч. 4799, блядь, я смотрел. Она будет дороже стоить, потому что... Я видел за 6 тысяч, кстати, недавно. За 5999. Говорю,
Вот, я же говорю, блядь, просто, ну, типа... Вот, смотри, 4799, у меня даже ссылка открыта, красным горит, я смотрел. Не, ну я точно видел недавно за 5999, кстати. Говорю, 4999 она стоила, косарь накидывают ко всем играм сейчас, 5999. Бля, 4899. Ну давай, плюс один балл, видите. А сколько счет? Нормально, 5,5 отрыв у вас. Счет какой? 5,5, блядь? Да, 24,18. Я просто давай. Игры себе на пятую сонку раз, два, три. Смотрите, еще так, 3 осталось. Фирму надо смотреть. 3 осталось, это финал. Что нахуй? Это из того, что это было, сумка, блядь, скрипали, блядь. Это сумка, но фирму надо смотреть сразу. Это знаешь, когда ходишь, типа, по магазинам, блядь, этим спальным, пробники берешь, блядь, и потом хуяришь из них вот эту сумку, и все, блядь. Рома, а ты уверен, что стандартное издание, типа, 6 тысяч стоит? Ну, я смотрел, да, стандартное издание. Мне попадалось вчера. Жень, я тебе объяснил, почему. Я не знаю, сколько эта хуйня может стоить, дядя. Ром, ты нажмешь? Написание, да. Да не, пацаны, блядь, просто огибаешься. Байвалит. Мне это ничего не дало. Какой в Украине? В рублях, Украине, вы долбоёбы, блядь, чат. И шёлка и льна. Ебать, блин, это дорогая хуйта. Мне кажется, 1025-30. Честно, я думаю, это 1075. Похуй, давай, чтоб, блядь, потом на тебе... Чё думаешь, Жан? На мне что-то дороже 75. Кики, ну типа Леон 19 века. Кики, do you love me? Да хуя, мне кажется. Сколько не стоит? Спасибо, папаша, за Renault Logan черного цвета 20 века. Ну я думаю, меньше, чем 75. Я с тобой согласен абсолютно. Говорили, будет цену, не ошибешься. Можем 70 дать. Ну давай 70 тогда. 70, у нас 70. Только у нас. Не, у нас 75. Все, мы оставляем 75. Оставляете? Да, да, бля, Гвинет стоит, бля, 1500, нахуй. Давай, да мне кажется, стоит 23 тысячи, блядь. Давай. Это какой-то пакет из оставших себе. Ебать вы на тильте что-то, пацаны. Давай, давай. Бля, вообще заметили, как мы отвечаем всегда первым, и они тупо, блядь, типа, а-ля, больше-меньше. Давайте в следующий раз так сделаете. Гвин, что делаешь? Без проблем вообще. Смотри, сколько лайков на фотографии у меня в Инстаграме. Они тут 4. Сколько у тебя лайков? У меня, я тебе так, поставил лайк. Так, я добавил, поставил, да? Поставил? Да, поставил лайк. Поставил лайк. Сейчас да, проверю. Поставил, конечно. Да, вижу. Поверь. Я ж поставил. Я ж попросил. Да, спасибо. Так, вот это что за хуйня, блядь? Какой-то куб, блядь, ебаный. Это хуйня, это кубик Рубика, типа, блядь, большой. 800 рублей, блядь. Не, больше, больше. Надо размеры писать, Ром, нажмешь описание? Да. 12 на 12. 800 рублей, блядь. Я думаю, 1003, блядь. Он маленький, да, 12 на 12. Кубик. Это с Алиэкспресса, он там на китайском написано, бля, 800 рублей, блядь. Косарь, ну, 800 косарь, я согласен, 800 косарь. Да, 950. Хорошо, мне. Хорошо, 2000 рублей, чувак. 950 давай. Я согласен со своим тиммейтом. 2000 рублей. Вообще, они похуй, мы на 10 очков лидируем. Они на рандом, блин, отвечают и все равно побеждают. Нет, я сказал то, что типа больше, типа, ой. Ну давай, хорошо, окей, у нас, ну у нас 1000, у вас 2, да, или сколько? Но, да, примерно, да, да. Коробка выглядит прикольно, она дорого, типа, выглядит. Блять, она выглядит супер по-уебански, блядь. По-уебански, на самом деле. А мне нравится. Как будто, блядь, не знаю, где-то приехал на море, там, аж кенты, блядь, продают. Ром. Дай косарь, блядь. Мы 2000 дали. Да, да, да. 900. Охуеть. Блядь, это не моя, сука, игра. Я не понимаю, это не... Это как говорил Вилот, понимаете? Это не наша игра. 900. Это не наша команда. Блять. Да, это не наша команда. Для профессиональных этих, блять. Кубиков. Кубиков нахуй, блять. Это какие мозги должны быть у человека, что ли? О, 3D принтер, ведь. Но он недорогой этот вроде. Он маленький, он уебанский, да. Ты знаешь, чисто дефолтный такой, чтобы пофаниться. 50к, блин. Меньше 50 точно. Согласен с тобой. Давай, на 2 нахуй теперь поделим просто, блядь. 47 так, давай. Эни кубик. Давай 30-ку. Давай 30-ку, да, мы даем 30-ку. Давай 30. Да, а я 33 даю. Давай, давай, давай. Это изи для нас, блядь. Это уебанский принтер. Эни кубик, блядь. Бля, нам постоянно до 1000 не хватает. Да, да. Блять, спасибо за ответ. Да уже невозможно, блять, по-моему, блять, камбэкнуть, ну, блять. Ну камбэкнуть уже, да, невозможно, ребята. Ну так а смысл тогда? Ну да, хотите, блядь. Ну хотите, я не, если другая команда согласится, мы можем по 2 балла за каждый правильный ответ тут сделать. Ну, так, ну, давай. Согласны? Так, подожди, так смысл? А стоп, балла, блядь. По 2 балла. Ебать, так вами по 2 балла не хватит, блять. Да, даже по 2 балла. Давайте по 5, давайте по 5. Все. Давай по 10, давай по 10. По 2 балла, блять. Ну не. 27 и 18 с половиной. Да не, все, пизду, блин.
Гвин, у тебя там водка? Ладно, давай, Гвин, если пофигу, я сейчас быренько накидаю ответ. Да, без проблем. Все. Да, только давай, ведь, смотри, тут надо сразу ответить изначально. Да, четкую на цену. А, на все сразу? Да, чтобы потом не было перебувок. Давай, вот. Хорошо, давай начнем с последней сорочки Гес. Гес недорогая сорочка, должна быть 5500 пусть будет. Нет, 6100. Гес 6100, Кельвин Кляйн пусть будет 7500. Нет, 12. Кельвин Кляйн 12. Короче, 6100, 12. Так, блядь, секунду. Он с конца идет. Я не успеваю записывать, секунду. Так. Так. Гес это 6100, Кельвин Кляйн 12. Да. Карл пусть будет. Я не знаю вообще эту фирму, если честно. Но пусть будет. Ну, предположим, если это понтовый. 7500 пусть будет, если типа понтовая футболка. Угу. Может, 7500 стоит. Ну, у них точно такая же есть. G-Star-O. Я вообще не знаю, что это такое. Какие-то шорты. Шорты. 5500 пусть будет. Так. 5500. Ни одного попадания. Так, смотри. G-Star 5500. Да. Нет. Хорош. Так, Карл 7500. Найс. Найс. Кельвин Кляйн 12. Нет. Изи, Витя. И Гес 6. Да. Лучший! Да не, ну близко. Все близко было. Так. Ваш итоговый счет 19,5 получается. А, все это, а это финал был? Да, да, это финал. Подожди, сколько? А по одному баллу соответственно? Да, да. Так, теперь мы. А, не, по полтора, стоп, было полтора, значит у вас 20 счет итоговый. Теперь мы. Блин, почему так смешно? Ну мы хотя бы старались. Не, вы молодцы. Просто Гвин суету навел, пиздец. Смотри, ну, слушай, блядь. Это точно не 300. Братан, вторая стоила, блядь. Смотри, нам надо определить, сколько Левайс стоит. Левайс ценовой диапазон 5-8 тысяч. Толстой. Да, да, да. Смотри, давай за Томми Хилфигер 300 сланца дадим. Да, да. Так, погодите секунду, я записываю. Ну, похуй, если даже обосремся, но мы обосремся, мне кажется, в любом случае. Томми 300, да? Да. Левайс, я думаю, восьмеру. Да. Там у них дорогие были, блядь, как я видел. Супер драй 9, но это куртка, мне кажется, за нее норм 9 дать, не? Ага. А лакос штаны, ну, типа, от 5600 до 8 тоже. Тут, ну, типа, ну, тут один есть, вариант там остается. Сколько там? Ром, что у нас на лакос остается? Какой вариант? А, у вас остается либо 9000, либо 5600. Давай 5600. 5600 давай. Так, смотрите, тогда у вас лакост 5600. Угу. Правильно. Угу. Levi's 8. Да. Правильно. Tommy 300. Правильно. Да. Супер драй остается 9. Бокчам! Не, подожди! А почему вы, когда я отвечал, не сказали то, что я думал, одна и та же цена может быть на двух вещах? Так ты же не говорил одну и ту же цену на двух вещах. Да. Ну я так думал. Ты же не говорил так, блядь. Покчамп, ебать. Покчамп, Марк. Ну, а, мажоры, Марк, это плюс 6? Мажоры. Это плюс 6 получается, да? И было да, 27. И плюс 5000 на каждого еще. Ебать. Там, ну, там, ребят, там. Итоговый счет у нас 33.20.